Блять. Рот какой-то обсосанный у меня. О. Опять я сажусь поздно. Да, Муся. А чипсы-то? Привет, Лена, привет. А чипсы-то забыл? Чипсы-то я свои забыл. А что она мне за ссылку там отправила? Сейчас глянем. А меня нормально слышно? Тут у меня ебло какое-то, да? Покрасневшее. Видел, видел. Так, ну что, сейчас будем ждать, пока наша Золотая Гвардия присоединится. Что-то мне так понравилось в прямых эфирах сидеть в последнее время. Муся, иди сюда. Вот сюда ложись, Мусенька, моя девочка. Моя улюшка. На. На. У меня такая кошечка дурная. Киса моя. Ой, глупая. Вы мне скажите, меня нормально слышно? На, что ты смотришь? Плюшечка. Моя золотая. Что-то у меня в последнее время настроение такое говно, если честно. Ну и заебись. Ну что ж, давайте потихонечку начнем. Потихонечку начнем обсуждение последних событий последнего говна, что в моей жизни происходит. Опять я сажусь посередине недели. И опять ночью, когда все уже спят. Но ничего, чем меньше народу, тем лучше. Ну что, как-то мне кажется, что у меня далеко стоит моя эта лампа накаливания. Поближе хочется. Ну что, мои дорогие... Давайте с вами потихонечку начнем разгребать последние события недели. События уходящего года. Так, Катя мне бесконечно написывает. Выключим нахер все контакты. Это я вот называется сегодня побрился. Неделю не брился, потому что нельзя. Потому что нужно выжидать. Знаете, как ругают за то, что я сбриваю вот лицо. И вот я неделю не брился, и в итоге у меня вот такие вот раздражения.
Всем добрый вечер, кто присоединяется. Испания с тобой, ты солнце. Спасибо большое. Испания со мной. А вы мне дадите путевку в Испанию? На Канары, блядь. Очень хочется где-нибудь жопу погреть. Но не сейчас. Вообще я не понимаю людей, которые ездят уже перед Новым годом, собственно, да, когда уже праздник, куда-то уезжают в теплые края. Нет, конечно, это их абсолютное дело, но не знаю. Мне кажется, Новый год нужно праздновать в Европе. Вам не кажется, что я, блядь, криво? Ну да похуй, ладно. Мне кажется, лучше Нового года, чем в Европе, нет, понимаете? Вон у меня Алина уехала в Таиланд. Ужас. Не люблю Таиланд. Таиланд — это же что-то, грязь такая, мне кажется. Таиланд, Вьетнам, Индия. Это такая хрень. Ничего, что я пожру. У нас зима какая-то в этом году. Сильно холодная. Очень. Нет. Не был. Не был я за границей. Потому что мне так страшно. Я тут года два назад выправил себе загранпаспорт на 10 лет. Как раз перед ковидом. Мы собирались съездить в Будапешт или куда-то там, я не знаю, с хором, с нашим учебным. Ну, вот пошел вот этот ковид, и у нас все отменилось. Так и не получилось. Но мне кажется, вы знаете, что-то как-то вот... А, да. Вы знаете, я хочу сказать, что сильных отличий, мне кажется, нет. Хотя кто бы что ни говорил, да, то есть многие говорят, что, например, в Германии очень хорошо, что впечатляет, вот, например, чистота улиц, чистота, ну, не помещения, а в плане, вот, например, каких-то кварталов, да, жилых, очень поражает. Вот у нас не так. Вот у нас главное, вот особенно у нас в городе, например, кто-нибудь приедет, какая-нибудь шишка, например, там, медведь или там Путин. И главное, всю середину расчистят, то есть все это сделают идеально, вылежут. А вот так вот на окраине-то, особенно весной, столько грязи, столько говна, вы знаете, и становится как-то вот... Спой песню «Ой, это не вечер». Спою на каком-нибудь концерте. Вот. Грустно. Грустно все это. Я, кстати, пою. У меня теперь есть установка. Я купил себе установку. Вот это микрофон, наушники, стоечку, вот этот поп-фильтр. Мне очень прям нравится. Я могу... Я не знаю, как это записывать. Вы что думаете? Я бы с удовольствием, например, записал бы и выложил бы побольше, хоть каждый день и всё-всё-всё. Но я что-то не разбираюсь в этих английских программах и в английском языке вообще, потому что я немец. Вот. И, к сожалению, вот получается так, что пока что еще разбираюсь в процессе. Вот. А... Уж так просто надеть наушники, включить микрофон и попеть. Боже, это такой кайф. Я особенно критически отношусь к своему вокалу, там, да, как к своему этому, но здесь прям вообще шикарно. Я очень счастлив, что купил себе это и нисколько не жалею. Главное теперь разобраться с программами, потому что надо как-то записывать, наверное, я не знаю. Купил себе чипсы. Какие-то острые. Надеюсь, что не слипнется у меня. Не слипнется, блядь. Слипнуться. Здесь ничего слипнуться не должно.
Я должно только произойти. Отвал желудка. Ой. Острая. Ой-ой-ой-ой, нихуя себе. Это не для моего желудка. Что-то тухленько, да, сегодня как-то? Здравствуйте, Люда. Я поднимаю свой бокал. Сейчас я еще налью себе. Что-то сегодня как-то все криво. Все как-то все, знаете, через жопу. Ну ничего. Главное, что мы общаемся. Надо сейчас темку какую-нибудь задать и пойти вперед. Потому что, когда есть тема, можно обсуждать хоть до ночи. Мне грустно. Что мне делать? Объясните мне. Мне очень грустно. Когда уже сережку свою поменяю? Я хотел. Хотел себе за 30 тысяч. Мне очень грустно. Я так хотел. И деньги были. Не получилось. Очень грустно. У меня прям все настроение перешибло. Вот с этим фестом просто все. Я так переживала, так нервничала. Главное, получилась такая херня, что я включаю, значит, этот сайт. Еще раз повторю, наверное, но это какая-то тупость. Я просто не понимаю. Я не понимаю, почему так получилось. Я тоже сожалею очень, но это действительно какая-то тупь. Просто несусветное дебильство какое-то. Что за дебилы там работают, я не понимаю. В общем, я прям так был спокоен, что я все это куплю себе. Думаю, будем ждать. Я, как вот путная Маша, включил этот сайт в 12, наверное, 50. 50. В 12:50 я включил это говно и начал просто... Привет, Катюх. Привет. Вот. Ты там энергоста попиваешь? Вот. Получилась такая байда. Значит, я в 12:50 открываю сайт, контакт. Ничего там нет. Абсолютно ничего, то есть никакой информации. Час пробил, а был уже анонс, что в час дня включат вот эти вот старт билетов. Я, значит, жду, все, думаю, сейчас, да вообще не волнуюсь, потому что, ну, что, я уж... Привет, Алин. Вот. Жду такой, как путная Маша, вот все прям выжидаю. Там уже бомбят все в комментариях, типа, где билеты. Короче, билеты... Где-то только около 2 часов вечера, двух часов дня уже все пиздец, выставляют на продажу. Думаю, заебись, сразу захожу на сайт, и там идут. Там вообще такая тупь пошла. Никто не может ничего купить, все матерятся, проклинают все на свете. Как делишки? Алинуш, все хорошо, как у тебя там в Таиланде дела? Господи, так. Охуенно повеселились. Да, Катя, очень хорошо повеселились. Не хватает мне, на самом деле, вот этих каких-то кринжовых, абсолютно дебилистических потрохушек. Мусь, с тобой все хорошо. Вот. И получилась такая хуйня, что около 2 часов стали продавать. Все ломанулись. Я открываю сайт. Открыл. Там, значит, за 3,5 тысячи, за 5 тысяч рублей по времени, вот. И
И смотрю, нет нигде за 30 тысяч вот этих вот билетов. Думаю, блядь, в смысле, я начинаю обновлять, как полоумный один и тот же вот этот сайт, вот бесконечное число раз. Смотрю, появилось. Думаю, замечательно. Появилось, круто, думаю, просто супер. Вот. Там была такая графа, типа 5,5-30 тысяч. Я нажимаю на эту графу. Меня высвечивает только за 5,5. И так постоянно, из компа, из телефона, ничего не получилось. Короче, продали в мгновение. Но что-то вот какая-то хуйня. Вот даже слухи ходили такие, что типа они для своих припасли, а вот эти вот 30 тысяч, вот эта вот сумма просто для виду была сделана. Ну это тупость. Я считаю, что это тупость. Но это не самое страшное. Даже если бы я нашел бы этот билет, все, я просто его не успел купить. Из соображений тех, что этот абсолютно дебилистический сайт Ticketland, он постоянно вылетает. Люди с 21 попытки только покупали на автограф. Они только оформляют им возврат. Они только оформят им возврат. И, в общем, это такая вот лажа. Я не понимаю вообще, что за херня. Но мне один такой тут паренечек, подписчик, пишет такой: да насрать себе на него. Он приедет еще не один раз на следующий год. Я говорю, а вдруг не приедет? Куда он денется, блядь? Я так что-то подумал. Да ебу, действительно. Я лучше эти деньги там на что-нибудь вкусненькое, хорошенько потрачу. Ну, конечно. Конечно, если я все равно их пока сохраню, вот, потрачу на что-то хорошее, на то, что мне душе угодно, все-таки Новый год, и, в общем, я думаю, что это даже лучше будет, потому что, ну, 30 тысяч за 5 минут общения, нет, конечно, я бы отдал, конечно, я бы пошел бы и повеселился бы, наверное, но нет. Ой, у меня все отлично. Море, солнце, вкусные фрукты, вкусная еда. Обожаю. Это очень хорошо. Это очень хорошо, что вкусные фрукты, вкусная еда и солнце, море, пляж. Не знаю, у меня просыпается... Вот у меня просыпается уже какой год вот какое-то обилие вот этого хотения моря, солнца в конце февраля где-то, когда уже идет вот нарастание дня, то есть день нарастает, и солнце становится активнее, хочется вот этого. Сейчас я не знаю, я люблю Новый год, я люблю зиму в России, я люблю, чтобы все мигало, все блестело. Кстати, у меня хотелось сегодня мигалки купить на свои полочки, на свою вот эту всю комнату, чтобы как-то сделать это все красиво. Но бабла пока в очень ограниченном количестве. Я сейчас очень сильно экономлю, хотя даже если я смогу купить за 30 тысяч этот билет никчемный, но что навряд ли, то я просто в Москве буду жить на улице. И по-другому никак. Ой. Не умею я пить. Никогда не умел. Я вас тоже люблю. Вот так. Вот такие вот дела. Что-то у меня сегодня настроения какого-то нет. Как-то я все сплю. Так что вот. Я люблю зиму, вот европейскую, настоящую вот эту зиму, когда все украшено, все красиво. А как я пью, смех и грех. Да это ладно. И когда попьешь, у тебя такая из глубин души идет привет такой. Но я пью реально, у меня все помимо льется. Постоянно, всегда. Вот всегда. Не знаю почему. Я все время обливаюсь. Все, не умею я нормально пить. Давайте кого-нибудь обосрём. Какие-нибудь новости. Хочется так веселья, радости какой-то, я не знаю. Ну, что-то какая-то лажа. Я тоже обожаю европейскую зиму. В этом году впервые буду в теплой стране на Новый год. Да, это необычно на самом деле, потому что я даже я не представляю, как можно в теплой стране встречать Новый год. Ну, как-то уже по традиции, уже все сложилось, привык. А тут как-то интересно все-таки. Но тут, кстати, все украшено красиво, но Новый год не чувствуется, потому что жарко. Ну, понятное дело.
Нет, хорошо, когда отдыхаешь, это все равно хорошо. Подпитка должна быть, вот это вот солнце, заряд какой-то. Слушайте, мне хватило этого лета, вот так, боже. Оно такое жаркое, вспомните, я вот помню июнь месяц, по крайней мере, у нас. Это просто было нечто. Я, наверное, у меня этот, как его, вентилятор как полоумный работал. Я помню, в Москву, когда ездил постоянно, и в этих гостиницах была такая жара. Даже когда ты приезжал, уже было прохладно. Ну, то есть уже относительно было не так душно. В этих гостиницах ёбаных оставалась вот эта вот жара. И ты просто заходил и думал, ёбаный в рот. То есть, типа, ну, как бы, как спать? Я тогда даже, по-моему, снимал сторисы, что я хотел, чтобы мне поставили хотя бы вентилятор в номер. Они такие, у нас их нет. У них гостиница, ну, нормальная такая, хорошая. У нас нет вентилятора. То есть, ну, вообще, как бы. Мало того, что ничего, ну, ни кондиционеров, ничего. Кстати, в моей любимой ярославской гостинице мне один раз только дали хороший номер. Вот прям хороший, с кондиционером, замечательно. И это был один раз. Это был первый раз. Не знаю, может, они такую заманушку делают, типа спрашивают первый раз и дают самый лучший как бы номер, чтобы потом приехали. И все, что я не приезжаю, мне дают такое говно. Так, заебатого веселья. Вообще нужно Новый год встретить так, чтобы запомнился. Ну, конечно, Катя, я уже не помню, когда я последний раз встречал Новый год так, чтобы он запомнился, исходя из каких-то последних событий. Это все какое-то говно. С бабушкой праздновать это невозможно, это просто жесть. Мы втроем сидим, как ложки друг на друга смотрим. Вот, с друзьями, с кем-то веселиться. Ну, не знаю, я тоже такой домашний человек. Как-то мне, вот, например, куда-то ехать, у меня начинается какая-то сразу же пища в голове происходить. Не пища, а какие-то размышления, типа, а как домой добраться, а как, а что? Вот, типа, ну, вот так вот. То есть, ну, есть как бы, я был бы уверен, что я спокойно вернусь домой, тогда да, а так как-то фиг знает. Потому что если ты у кого-то празднуешь, то стоит, наверное, оставаться у человека в гостях. Бля, у меня, походу, что-то с интернетом вылетает эфир. Пойду я тогда спать, у нас тут 2:45 ночи, спишемся. Да, давай, спокойной ночи. Я тоже что-то спать хочу сегодня, прям так, что-то меня вырубает. Решил сегодня себе сделать выходной. Я сейчас делаю, я каждый месяц делаю генеральную уборку. А каждый год в конце, ну, я начинаю в декабре делать пораньше генеральную уборку, не в конце месяца, ну, чтобы там в конце уже в последние дни почувствовать какой-то праздник, да, хотя бы не, за неделю. Мне нужно убраться, сделать генеральнейшую уборку, самую главную, в которой я все выкидываю, все ненужное. Я вот беру вещи, например, спрашиваю, дорога она мне, недорога, нужна она мне, не нужна, пользовался я хотя бы за предыдущий год, хотя бы раз ею. И она летит либо в помойку, либо на чердак, и поэтому я как-то бесщадно. Хотя бывает прям очень грустно прощаться, да, убор-убор, грустно прощаться с некоторыми вещами, но в конце концов я, например, их не выкидываю уже, а просто отношу на чердак. Вот. Что такие вот блины. Я вчера убирался целый день. Сегодня. Нет, сегодня. Позавчера. Я, короче, тут сделал генеральную уборку, когда. Ну, делать. Начал ее. Ой, бля, вообще ничего не соображаю. Сделал полку Гарри Поттера наконец-то. И я решил все-таки все свои куколки. Сколько у меня их? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Ну, еще Добби, 11 вот этих кукол, я их решил все-таки расчислить. Метод Кон-Мари. Что за метод Кон-Мари, я не знаю. Я не знаю, кто это вообще. Вот, расскажите мне, пожалуйста. Вот, я решил их просто расчистить, вот эту верхнюю полочку, и вот так рядком их всех посадить. Конечно, не хотелось бы их сажать, потому что, ну, они там и двигаются тяжело и так далее. Но в принципе, мне все норм. Я как бы все сделал так, как я хотел. Лишнее. Ям, Добби. Да. Все лишнее говно выкинул, все остальное оставил. Вот. А вчера я убирался в шкафу,
по ящикам, по этим, боже, это так было долго. Вот у меня, наверное, шиза и маразм. Мне надо от этого отучаться, потому что это реально шизофрения. Вы представляете, как я делаю вот именно генеральнейшую уборку, то есть главную раз в год. Я просто беру каждую вещь и ее протираю влажной тряпкой. Каждую, каждую. То есть беру книжку, протираю. Например, вот у меня я не могу выкинуть коробку из-под пазлов. Я в коробку из-под пазлов начинаю складывать всякую хрень ненужную. То есть, ну, какие-то там мелочь всякую, там вещи, которые не особо мне нужны. И я вынимаю каждую коробку, открываю, и неважно, как бы, что там, ну, как бы, априори не могут опылиться, сплиться, сгрязниться вот эти вещи, я все равно ее протираю влажной тряпкой. Но это еще цветы. У меня есть журналы, которые стопочкой стоят, их очень много. Это журналы «Чародейки», которые я собирала 100 лет назад, мне очень нравился этот мультик. И я беру каждый журнал, ребят, каждый журнал, и влажной тряпочкой его, значит, по бокам, так протираю, потом лицевую сторону и заднюю кладу. И вот как конвейером, вот так, как на заводе. Это вообще шиза, это столько журналов. Это еще ладно, я выкинул половину, потому что у меня были еще журналы «Все звезды», целая стопка. Их было очень много, за 10 лет скопилось. Я их периодически покупаю. Это еще, это вообще, я мог сидеть, и вот они у меня в шкафу все стоят. Я мог сидеть и часами напролет протирать одну только стопку журналов. Ребят, это шиза. Это именно так и есть. Миша, так хочется увидеть на Новый год в эфире тебя, типа Путина с поздравлением. Я серьезно, уже стало, что прошедший год был с тобой, так и встретиться с тобой, хоть и далеко. Я постараюсь, думаю, что, в принципе, это все реально, особенно если мы, может, соберемся, там, я не знаю, с Катей или как-то, может, получится, дай бог, конечно. То вообще было бы здорово, и я бы вышел бы, конечно, в эфир, и было бы здорово. Кон Мари рассказывает, как правильно убираться, японка. Слушайте, я лучше всех японок, блядь, научу убираться. Я вылизываю свою комнату раз в неделю стабильно, каждый день. Просто делаю, ну, там, прыскаю все это, у меня чистота всегда. Вот, раз в месяц я делаю генеральную уборку, и раз в год я делаю вот такую вот просто... не знаю, ревизию своих вещей. Вот. Это не шиза, это очищение души. Все правильно делаешь, интуиция хорошо работает у тебя. Ну, не знаю, просто, понимаете, есть гораздо более важные дела там. Есть дела, которые не терпят, например, отлагательства или там какая-то работа. Я бы, честно говоря, вот положа руку на сердце, я бы лучше устроился куда-нибудь на работу, что я, собственно, кстати, сейчас и делаю. И лучше бы поработал и деньги заработал, а не сидел бы часами напролет, вот так, как даун, как солнечный ребенок, и протирал журнальчики. Ну, это же вообще вынос мозга. Умничка, беру с тебя пример. Ну, не знаю. Главное это не, ну, не делать так, чтобы это вообще входило в такую... такую привычку, что ты сидишь и вот можешь там днями напролет просто только убираться. Это же вообще ебанизм. Да, должна отпраздновать Новый год, Миша. Да, Катя, потому что, ну как иначе? Скучно, грустно и некому руку подать. Вот. Так что вот так. И сегодня я решил сделать себе перерыв. Я сходил, наконец-то, вымыл голову. Я ее не мыл какое-то время. Я, наконец-то, побрился, видите, у меня все красное, потому что я неделю не брился после... лазера. Ну, вот я побрился в среду, и вот сегодня во вторник. У меня отросло, конечно, но оно отросло совсем беленько, серенько, то есть тут даже не было видно, но все равно все сбрить надо. И видите, я весь пятнами покрылся, потому что давно это не делал. Но раньше, ребята, у меня ни одного живого места на лице не было. Это пиздец. У меня постоянно воспаленное лицо было. Постоянно. Я каждый день брился. Боже. С прошедшим легким паром. Спасибо. Вот, и я сегодня вычистил все свои брекеты. Это такая нуть, вот, ребят, я не знаю, ну, это вот зубы чистить, это не то, чтобы вот вычистить, и почистили, и пошли. Это вот надо каждый причищать. Мне так это лень бывает делать. Хочется просто почистить, и все. Вот. И ко мне пришли ребята.
Все-таки как я люблю принимать гостей. Мне так... Вот, вы знаете, вот раньше я почему-то, я вот говорил сегодня ребятам, не любил принимать гостей. Не то, что не любил. Я люблю, когда гости дома, но мне не очень нравится постоянно над ними трястись. То есть ты должен постоянно проявлять какое-то внимание, то есть ты их не должен оставлять одному, ну, как бы одних, без присмотра, да, но это будет как-то, наверное, некрасиво со стороны человека, который, да, там... позвал их в гости. Потому что, ну, вот я люблю, например, когда приходят бабушки на гости, потому что она их обслуживает там и так далее, а ты сидишь только с ним так за столиком, три татушки, смеешься, веселишься. Вот. А сам, когда к тебе приходят, ты, понимаете, не можешь расслабиться, не можешь словить вот этот кайф, чтобы посидеть просто с ребятами и кайфануть. Все время приходится там чайку налить и так далее. Но с другой стороны, когда ты зовешь самых таких близких уже людей, то, ну, особо ты и не паришься. Все сидят, занимаются своими делами, потому что уже привыкли. Максик, он присоединился. Макс, привет. Как добрался? Вот. Я вот, например, мне так приятно, например, сижу, записываю сторис, допустим, вам, а Катя вот с Максом сидели, играли в Гарри Поттера, и ты так, о, сидишь так хорошо, вечер, такой приглушенный свет, ты сидишь там, общаешься со своими подписчиками, ребята сидят, играют в любимого Гарри Поттера, и это так прям уютно, лампово и замечательно. И вот сегодня я словила такую вот... какое-то тепло и прелесть. Плюс вот мы с Дашей, с Катей собирались, фильм смотрели, когда тоже какое-то я ощутил какое-то вот блаженство вот это вот. Когда все твои вроде, ну, близкие люди, они рядом, и ты вообще, ну, прям хорошо. Это я заебись. Вы когда ехали, да тоже неплохо доехали, долетели с ветерком. Вот. Смотрите, какая у меня щербина стала здесь. Никогда ее не было. Это мне раздвинулись с брекетами. Поначалу было такое ощущение, как будто бы это между зубами нижними что-то застряло. И было так неприятно. Сейчас уже зубы привыкли к такому положению. Уже не чувствуется. Да, мы смотрели «Бар гадкий койот», но все-таки для меня этот фильм, он больше... летний какой-то, не знаю, я его смотрел в мае, всю жизнь свою сознательную, что я помню. Зимой хочется чего-то такого прям уютненького. И вообще, я хочу сейчас вот доубираться, сделать генеральную уборку, съездить в Москву, приехать, нарядить дом после Москвы, украсить все, купить себе огни. И каждый день, я не знаю, гулять, развлекаться, словить вот это вот новогоднее настроение, валяться в снегу. У меня еще в планах записать видео одно. Я тут нашел одного композитора, современного, очень современного. Катя знает, поскольку я пишу свою книгу, я вижу эту книгу уже как фильм. То есть я, например, когда пишу, я вижу, как это будет, например, актер или актриса обыгрывать. То есть в моей голове уже одновременно происходит звуковой ряд. Я вижу, как можно камеру, то есть навести. Например, вот у меня вчера я засел, наконец-то, за редактирование книги своей. Не книги, а первой части. Я так почитал, в интернете пишут, что лучше по главам выкладывать. Не то, что по главам, а выложить, например, несколько глав или какую-то часть. И если посмотреть на реакцию людей, если их это заинтересует, они будут требовать продолжения, тогда можно дальше писать. А я-то думал, сейчас я напишу три части, объединю их в одну книгу и выложу. Но я так подумал, да зачем тянуть? Надо действительно посмотреть, как людям будет. И когда я вчера сел писать, я уже вижу вот начало свое, я редактирую, я начал эту книгу писать в 8 или в 9, наверное, в 9 классе. И это такие предложения, такие абсолютно нелепые. Сейчас уже вот по истечению десятилетия вот этого, которое прошло, ну не десятилетия, сколько я пишу, уже, наверное, лет 8, с огромнейшим просто перерывом получилось,
У меня настолько поменялся слог, у меня настолько поменялся стиль, что я уже вчера сидел и просто редактировал, бесщадно удаляя весь вот этот вот набор абсолютно парцеляционных каких-то предложений, то есть коротких, объединяя их более в какую-то более, ну, сложные предложения, то есть там какие-нибудь, делая там обороты депричастные или причастные, да, допустим. Вот. И мне... приходится сейчас многое менять в произведении. И я нашел для себя одного очень современного композитора. Мне очень понравился его музыка. И есть там одна «Танец на снегу» называется, ну, на английском языке. Вот. И я под эту музыку писал одну новогоднюю рождественскую сцену для своей книги. Я живо так это представлял себе, и... Эта музыка, если, например, когда-нибудь, например, я буду снимать фильм, в кавычках, ну, это так, это уж я просто говорю, то именно эта музыка будет, или что-то очень похожее будет на вот в данном отрывке этого фильма. Вот, Даш, почитайте. Конечно, Катя, ты будешь первой, кто прочитает эту книгу. Ну, эту часть, первую, только первую часть. Я уже сегодня сидел активно, думал, что же мне на второй части написать, как мне уложить во вторую часть целое, наверное, десятилетие. И потом за третью часть, это еще что еще сложнее, уложить целое остаток жизни человека. Это, конечно, спой нам на сон. Нет, я петь не буду ничего, я сюда не петь выхожу. Я не певец, я не пою песни, у меня нет слуха. Миша, сюжет книги связан с тобой? Нет, нет, он, конечно же, не связан со мной вообще ни грамма. Вот. Вообще. Ребят, я не пою в прямых эфирах. Пока. Пока. Вот. Да и вряд ли буду петь здесь. Может быть, только буду выставлять какие-то каверы. Не может быть, а буду. Может быть, это будут какие-то живые исполнения с легкой обработкой. Ну, то есть, если все чистенько будет по нотам, я буквально только наложу какой-нибудь эффект один, чтобы лучше и баланс между голосом и минусом выстрою. За деньги. Вот да, за деньги надо петь, а не так. Что я благотворительность? Приятно. Спасибо, Катя, спасибо. Вот. Это моя работа. Это моя работа, за которую я получаю, например, в той же церкви или на каких-то концертах деньги. Так что обижайтесь, не обижайтесь. Мента же не просит выстрелить просто так человека. Так что вот, мои хорошие. Мне так... Я очень погружаюсь в свою книгу. Мне очень, очень нравится. Но заставить себя писать каждый раз это очень... Но я бывает, я говорю вам, бывает вот ложусь на ночь. Например, мне не хочется спать. У меня телефон в руках. И у меня идет бесконечно просто это писанина. То есть я не могу, например, остановиться. Я начинаю прям просто вот писать без остановки. Я уже себе говорю, Миша, уже 2 часа ночи, тебе завтра в 6 вставать, хватит уже. И на следующий день, когда, например, в 6 встаю, да, я там кушаю, собираюсь, вызываю такси. Еду в церковь полусонный, и в такси тоже продолжаю строчить, потому что мысли, они продолжают, вот, даже когда ты спишь, мне кажется, роиться в голове. Вот. Вчера я начал редактировать. Конечно, я буду что-то, не что-то, а многое менять. Я уже даже знаю, что, потому что я вспоминаю то, что я писал вот сколько-то лет назад. Это, конечно, кринж просто. Я писал где-то в 2014 году. В 2013-2014 годах начал эту книгу. Потом вернулся к ней в 2016.
И прям очень сильно вернулся. Я написал где-то достаточно, ну, много, но не сказать, что прям, что уж очень. Вот, например, на данный момент времени у меня 40 тысяч слов. Просто 40 тысяч слов, без символов, то есть именно что касаемо слов. И 70 страниц А4 мелким-мелким шрифтом. А когда я вот и вернулся, я вот буквально в этом году, в августе, и вот с августа месяца я пишу периодически эту книгу. Я, собственно, поэтому сейчас вот нигде не работал, то есть взял себе такой отпуск, нигде не учусь, не работаю, хотя пытался поступать, но я взял отпуск, чтобы какие-то дела закончить, чтобы уже что-то как-то было, какой-то, ну, прогресс был. Вот. Я дописал первую часть. Ура! Для меня это как груз с души. Но теперь главное отредактировать ее. Я не скажу, что книга, например, какая-то уж уникальная. Нет, я не писатель. Это чисто какие-то... Просто идет повествование. Просто идет повествование. Ничего, собственно, никакого... Никакой уникальности она за собой не несет, просто идет описание жизни. И то мне приходится какие-то художественные приукрасы делать, чтобы хоть как-то это было интересно, вот, читателям, например, да. Но опять-таки я не думаю, что какая-то там супер-мега заинтересованность у людей будет. Однако же я... напишу. Катя мне читала вот эту первую часть, я ей давал вот, это, вот этими детскими какими-то предложениями. Ну, она говорит, мне интересно, что дальше. Ну, дай бог. Но сейчас она поменялась, конечно, книга. Сюжет не поменялся, а вот поменялся стиль, стало как-то более уже, наверное, по-взрослому. Однако же я еще раз предупреждаю, я не писатель как бы ни разу и не особо-то. Просто понимаете, у меня в моей жизни есть одна обязанность. Катя знает эту обязанность. Я каждый день или там через день, через два дня, бывает через три дня, пишу свой дневник на протяжении уже более 10 лет. У меня в шкафах просто скопилась целая архивная какая-то база в моих тетрадях, забита просто от низа до верха вот эти вот полки в этих тетрадях. Это просто целое десятилетие в мемуарах. Они никак не связаны с художественным, то есть словом, то есть там нет никаких приукрас. Исключительно моя жизнь. Что я делал, что я пил, что я ел. Как это все происходило, там, с кем я виделся и так далее. И это на протяжении 10 лет. И я подумал, что, ну, если, например, я пишу дневник, который я пишу чисто для себя, я не скажу, что я не могу без этого. Я могу без этого, я могу дневник убрать из своей жизни. Мне даже, может быть, это будет легче. Но я так подумал, почему там, например, полчаса из своей жизни написать какой-то небольшой очерк, а вот то, что, ну, о дне, например, да, я бы это мог. Вот. Единственное, что, конечно, сложнее и больше получается, когда происходят какие-то конфликты, когда происходят какие-то конфликтные ситуации, не в плохом смысле, да, ну и в плохом тоже, но и в хорошем, то есть какие-то разговоры, приходится все это выкладывать на бумагу и писать, как, блядь, диалог. Он сказал, она сказала и так далее. Вот это, конечно, посложнее. Ну, а так, в принципе... Многие просто знаю, не многие, а в основном вот люди, которые встречались на моем жизненном пути, люди, которые все мне вот по головам говорят, у меня был дневник, я там пытался писать, но в итоге все бросают. Я как бы вот ручки с бумагой не изменяю. Соответственно, из-за этого я и решил попробовать пописать книгу, потому что, ну, собственно, если я могу писать дневник, да, хоть каким-никаким слогом, то почему бы я не написал бы какое-нибудь произведение, книжечку. Вот. Так что вот так вот. Вот такие дела.
дашь мне почитать, я начитанный, много чего могу сказать, возможно, полезно, может, поможет, мне будет очень интересно. Да, я, конечно, дам почитать, читать, ну, там, достаточно много, то есть это не рассказ, это прям книга, многие просто просят почитать, я, например, что-то присылаю, а люди, например, не читают подолгу, потому что много. Я в школе еще написал типа фанфика, большого фанфика по Гарри Поттеру и Узник Азкабана. Достаточно большой такой увесистый рассказ получился на несколько страниц А4. Я, может, даже сейчас поищу. Вот. И, понимаете, многие его не читали, ну, из ребят, которые, с которыми я общался, то есть в актерской, да, школе, ну, в колледже, я там одной девочке скидывал маленький рассказ и большой, вот про Гарри Поттера. Я еще маленький рассказ написал в школе, тоже такой интересный, ну, такой вот детский, вот прям вот видно, что ребенок писал, вот. У меня вот есть папочка на жестком диске, прям мои сочинения. И вот мой рассказ, он совершенно небольшой. Сейчас я даже посмотрю, сколько он страниц в напечатанном виде. А4. Ну, тут, конечно, шрифт большой, 4 листа. Я вот его писал в 13-м году, когда мне было лет 15. Вот, например, здесь всего лишь 1500 слов. А в Гарри Поттере, например, больше страниц, тут 30 000. Нет, подождите, не 5 000. Почти 6 900. 6 000 слов. Вот, он действительно большой получился, этот фанфик. И вот никто его так и не прочитал. Вообще никто. Там 17 страниц А4, но, к сожалению, его никто так и не прочитал. Это достаточно много. Вот. А, естественно, книга моя там 40 000 слов. И это только первая часть. И, конечно, там 70 страниц. Ну, просто еще важен шрифт. Вот, например, в моей книге всего лишь 11 шрифт. Это совсем вот такие буковки маленькие. Вот. И, в общем, есть у меня практика в написании. Ну, почему-то, может быть, я себя даже недооценяю. Может быть, я действительно мог работать в каком-нибудь... Ну, то, что связано с, например, редакцией какой-нибудь. Не обязательно это будет книга. Ну, книжное какое-то издание или редакция. Нет, я не в этом дело. Я просто... Маша, моя одногруппница, приглашала... поработать в одной компании, компания товаров каких-то, и ты должен описывать этот товар, его плюсы там и так далее. Вот, я что-то тогда подумал, да что я им там напишу, нахуй верь, что они скажут, ой, блядь, нихуя себе, и скажут, не нужно нам такие. А тем не менее, видите, все-таки пишу дневники уже 10 лет, у меня уже вон, 2 рассказика есть относительно книга, часть книги, первая часть. Хотя, в принципе, эта книга может быть и законченным произведением. То есть я закончила такими словами, что там рождается как ребенок, все как бы, и на этом можно закончить. Но хочется продолжения, по крайней мере, вот у меня не висит это как-то вот, ну, в подвешенном состоянии. Мне хочется как-то дальше идти, чтобы это была вот эта биография, ну, развернутая, то есть, да, законченная, по крайней мере. Я думал сначала, что символы, а потом понял, что слова. Символов еще больше. Я знаю, что писательский одна вот эта вот писательская единица, это 40 000 символов, а у меня 40 000 слов. То есть сколько уж там символов, я не знаю, может, раза в 2 больше. Не знаю. Надо смотреть. Вот. Ну, много. Я сейчас ее, дай бог, конечно, отредактирую. Вот за вот это время, то есть за декабрь, за зимние каникулы. И
Пущу свет. Пущу свет. Сначала я дам почитать Макс, тебе, Кате, чтобы вы как-то оценили. Хочу сказать сразу, Макс, особенно тебе, ты уже хочешь меня покритиковать, да, уже что-то хочешь мне сказать. Милена, моя знакомая вот из актерской, вот этого, ну, училища, колледжа, она мне сказала такую фразу. Она пишет фанфики какие-то, она анимешница. Она мне сказала такую фразу. У меня очень все, по крайней мере, это было в том рассказе, в самом моем первом, ну, это первый рассказ, понимаете, это такой начало-начал. У тебя, говорит, нет описаний, то есть у меня идут действия друг за другом, то есть я стараюсь быстрее писать, именно что касаемо действий. То есть у меня нет там светило солнце, сияла трава, речка блестела, как лазурный, я не знаю, там свет луны в сияющем солнце. Травка отдавала ярко-зеленым там ковром, блядь, на поле. То есть у меня нет такого с этими метафорами, вот этими эпитетами бесконечными, что нет. Нет. У меня все достаточно сухо, у меня идут действия, но я, конечно, к ней прислушался, да и я и сам вижу. Я же тоже много читаю, я понимаю, что нужно как-то и описывать, то есть чтобы у человека в воображении была полноценная картина. Я стал вот писать уже более как-то глубже, наверное, брать. Вот. Так что вот так. Вот вы представляете, да, как занесло. Поешь всю жизнь, а тут захотелось раз книгу. Все блогеры, вот эти вот мандавошки пишут книги. Но мне хочется какую-то вот художественную, вкусную литературу, по которой. А, вот, мой слог похож на сценарий. Я, кстати, в своей жизни писал один сценарий для детской сказки, что, кстати, сложнее, наверное, даже, чем для взрослой, потому что, ну, для взрослого произведения, потому что детей надо заинтересовать, да, это должно быть как-то связано. Я помню, я такой сценарий написал в свои, там, 15 или 16 лет мне было, не помню. У меня прям, ну, я даже сам от себя не ожидал, что я могу написать такой, я вообще могу написать сценарий такой нормальный, полноценную, логичную, чтобы логика была, понимаете? Нужно же, чтобы в сценарии была логика. Единственное, мне не удалось поставить эту пьесу. Ну как, я ее ставил, ну, с моим участием это все происходило, потому что поскольку я писал. Вот, но, в принципе, получилось неплохо достаточно, очень красиво, очень все логично. Вот. Нет, тут парнишка подписан на меня. Вот он играл главную роль, вот нет его, он бы подтвердил. Ну, в принципе, неплохо получилось, не скажу, что прям говно. Вот. И мои все произведения похожи как бы на сценарии. То есть в основном действие. То есть в основном должен показать актер. Поэтому я и хочу, наверное, чтобы в перспективе вот по этой книге можно было что-то такое снять. Я уже даже, я когда пишу, я уже даже, ага, здесь это можно выкинуть, это чисто для книги, вот эти какие-то описания, внутренние чувства, это можно выкинуть, там это вообще можно убрать, и вот какие-то основные оставить, и это прикольно, вот. Так что вот. Я считаю, что человек искусства, он должен быть разносторонним человеком. Не надо только быть вот зацикленным на пении. Хотя, однако же, с другой стороны, если ты на чем-то одном зациклен, то ты его делаешь качественнее, чем другим. Не знаю. Такое двоякое ощущение. Я раньше думал, что вот поговорка «талантливый человек должен быть талантлив во всем», так здорово, когда ты увлекаешься, например, не только там одним чем-то, да, еще другим, и третьим, и десятым, и достаточно успешно, то есть хорошо, у тебя все получается. Но потом я так подумал, а если человек чем-то одним увлекается, наверное, он все свои силы, он их не разбазаривает на это пятое, десятое, он все вкладывает в это. Не знаю. Все-таки я считаю, что можно пробовать. Я вот действительно отношусь к тем людям, которые не могут делать что-то одно, но качественно. Вот я, например, пишу книгу не как уникальный писатель, а именно как просто какой-то писатель. Например, пою песни не как прям действительно
талантливый какой-то, да, вокалист, а ну, такой посредственный. Наверное, я больше выхожу за счет своей какой-то харизмы, необычности голоса, необычности внешности. То есть какого-то прям вах по поводу моего, моих каких-то вокальных способностей это не назовешь. Не назовешь, то есть прям что, ой, здорово, там, это... Актер я тоже какой-то, ну, не скажу, что прям герой и так далее, нет. Ну, вот я отношусь к той категории, которая везде всем разбазаривается, но ничего качественного такого прям, чтобы прям, ох, вот это уникально, не делаю. Ну, так же я не расстраиваюсь, мне похуй. Вот и все. Хочется, конечно, быстрее с книжечкой уже закончить, но уже сколько лет пишу. Вот так вот. Заза Наполи. Вы знаете, у меня такая проблема. Добавляется очень много каких-то нерусских людей. Особенно в Фейсбуке. Это вообще трэш. Я выставляю свои фотки, они комментируют, я это рассказывала, по-моему, Максу, они комментируют, там ставят какие-то сердечки, думая, что я женщина. То есть они мне комментируют, там, красавица, ца-ца-ца, там, блядь, какие-нибудь смайлики, розы мне дали, какие-то мне это все равно. Я просто вас хочу предупредить, что если вы такое увидите, вы не ругайте их сильно, потому что они не понимают, что я, что Михаил Жигалёв, например, вот мы с Максом об этом как раз разговаривали, что, например, в Алжире не понимают, что Михаил Жигалёв — это не женщина. Они вообще даже не понимают, что это такое написано. Они думают, что, ой, какие-то буковки интересные. У них же там арабские эти. Вот, поэтому они даже не понимают, что это написано. Я им объясняю, я мальчик, они такие... Ты такая красава, да. Ладно. Ты уникальна в своих жанрах. Может быть, может быть. Опять-таки, я еще раз говорю, не мне это судить, как бы, не мне это, да, это должны оценивать, наверное, люди, которые окружают меня. Хотя многие, вот не хочу там бахвалиться, может быть, как-то, или что-то, я не знаю, гордиться этим, но многие там, вот, например, вы же, да, те ребята, которые особенно с голоса пришли, любят мое творчество. Мое творчество. Я даже сказать так не могу, потому что где мое творчество? Я не пишу песни, я не пишу музыку, хотя у меня лежит одно произведение, написанное мною. Тоже вот я пишу что-то, пытаюсь из себя выжимать что-то такое красивое, потому что я из себя это не выжимаю насильно. Я себя из себя это выжимаю насильно только когда уже под конец, когда уже теряется к этому интерес, а надо доделать. Но когда идет вот это вдохновение, ты хочешь написать, вот, например, у меня было вот такое с церковным произведением «Благослови, душа моя Господа», оно большое произведение. Я написал мелодию для сопрано, и мне осталось гармонизовать. Я знаю, где какой аккорд будет стоять, я играю, но сделать это на 4 голоса, разложить везде я не могу, я только могу на сильной доле, где я даю какой-то вот аккорд, да, оно уже 4 голоса идет, а дальше идет только мелодия в верхнем голосе, и потом снова, то есть на сильной доле, вот. То есть, понимаете, все равно пытаешься и там, и сям, и везде, и что-то какая-то херня. Но, с другой стороны, в принципе, я считаю, что творческий человек должен себя проявлять во всех ипостасях. Это же здорово. Это же здорово, когда, вот, например, кто там, Кончаловский или кто, я не знаю, закончил консерваторию, и он сейчас крупнейший там режиссер, да, современных каких-то фильмов, несовременных, там, свое время. И когда ты снимаешь фильм, ты слышишь, какая музыка здесь будет, какой, возможно, даже инструмент. Если, например, ты актерское мастерство постиг, ты знаешь, как это лучше сделать. Ты можешь со своего плеча рассказать. То же самое с музыкой. Про танец я не скажу так. Например, если ты какие-то увлекаешься модой или увлекаешься какими-нибудь вещами, да, вещами не обязательно именно что касается там последних писков и так далее. Нет. Просто, например, ты хорошо в трепье разбираешься, и ты можешь там сказать, ага, вот мой вот этот герой будет одет в то-то, именно из такого материала, чтобы лучше выразить его внутреннюю часть характера.
тоже это понятие, вот режиссеры, да, режиссеры, вот это все должно быть человеку уникально, я считаю. И надо в себе это воспитывать. Не надо ограничиваться только одним, только, например, вокалом. Очень много пустых ребят выходит на сцену. Очень много пустых ребят. Вот абсолютно пустых. Вот они поют, за душой, за спиной ничего. Либо это самолюбование какое-то, либо это просто ну, неинтересно. Это может быть интересно один раз, два раза. Ну, что я говорю, это все говорят вокруг. Без твоего пения плохо будет. Ой, не знаю. Не знаю, будет ли плохо без моего пения. Почему-то я как-то не считаю себя певцом. Правильно говорит мне бабушка, я еще пока себя в жизни не нашел. Не нашел. Вот пыкаюсь-мыкаюсь. Правильно это, неправильно. Не знаю. Ребят, помогите. Вот прям действительно дилемма. Потому что после училища, когда я уже был на третьем, на четвертом курсе, я себе пообещал, что я никогда больше петь не буду. Ну, имеется в виду учиться пению. Естественно, пение я не заброшу, там на шабаш какие-нибудь подрабатываю. Но вы знаете, жизнь так поменялась стремительно. Я вот пошел на проект, прошел его, что удивительно. И давайте не будем лукавить или там что-то скрывать, но проект «Голос» самый известнейший, самый лучший проект в нашем, вот сейчас, никакие там «Ты супер», никакие «Сто к одному» или как там это называется, ну-ка все вместе, вот, никакие там песни на ТНТ или как там, не знаю, там, ничего нет лучше «Голоса», это первый федеральный канал, и пройти туда действительно очень трудно. И я смог, не знаю, каким образом, вообще без понятия как. Я никак себя, по сути, на кастинге не проявил. Я просто к чему это говорю? Я не хочу там не хвалиться, ничего. Нет. Я просто к чему говорю, что многие люди пытаются это сделать, у которых за спиной бабло, которые хорошие, там, кто-то безголосый, кто-то ну, с голосом, но у них не получается. И я просто к чему, что меня просто ненавидят, мне кажется, за это, что вот я какая-то хуйня из-под ногтей, прости господи, непонятно, ну, нечто, я прошел почему-то, в общем. Не знаю, к чему это, правда, было сказано, но просто, да. Ты вспомни сегодня мужика, во, блядь. Какого мужика? А, мужика, который... Слушай, мне постоянно так, вот нерусские ребята, там, что-нибудь... Или там кс-кс-кс, вот это вот проходишь, или там еще и посигналят, короче. Дерзай, ты очень способный, талантливый. Да, это все понятно, не хватает вот какой-то... мотивации не хватает. Мотивация очень нужна. Какого-то стремления, стимула, может быть. Да, чтобы вот как-то было это. Просто нужно ходить по всем передачам и каналам в надежде, что какой-нибудь продюсер увидит тебя и, возможно, предложит контракт без бабла. Хрен куда пройдешь, даже с талантом в нашей стране. К сожалению, да. К сожалению, это правда. Но меня это на самом деле так вообще не колышет. Я вот человек так далек от каких-то вот материальных ценностей. Мне так насрать, вот честно. Мне для жизни вот нужно много хороших людей, чтобы окружали меня, да, ребят, с которыми я чувствую себя простым человеком. Вот. Комната 2x2, холодильник и чайник, и туалет с ванной. Все. Для моей прекрасной жизни мне большего не надо. И заниматься тем, чем ты хочешь. Пускай ты будешь жить скромно, но ты будешь заниматься тем, чем ты хочешь. Не знаю, вот у меня такая политика. Но то, что ходить по всем кастингам, вы абсолютно правы, потому что у меня есть такое, меня нужно тряхануть. Мне нужно здорово тряхануть, чтобы куда-то заставить выйти. Господи, я на этот голос решался, я прям был уверен, что я никуда не поступлю, там все меня выкинут и так далее. Но попробовать, попытка не пытка, как говорится. Вот. Хотя пытка еще какая. Вот. Меня нужно тряхануть. Меня нужно прям заставлять. А вот мне нужен человек, как это называется, продюсер, да, который вот постоянно
куда-то тебя будет пихать, потому что сам себе продюсер я не могу быть, к сожалению. Я начинаю, да зачем мне это надо, да я недостойна. Ну, вот это вот начинается говно включается. Вот чтобы я где-то выступил, мне надо поуговаривать. И поуговаривать не то, что мне это нравится. Я просто начинаю в себе искать какие-то изъяны, говорить, что да нет, наверное, я буду там плохо смотреться и там, да ну нахер, позориться еще. Вот я вот любимая моя фраза, позориться еще. Вот. Не хватает. Вот мне человек нужен, который меня будет постоянно вот как-то направлять и так далее. И тогда, в принципе, можно. Все можно. Так что вот так. Мне вот, честно говоря, никакие продюсеры нахуй не усрались. Я бы, например, с удовольствием работала в каком-нибудь театре оперном. Театр оперы и балета. Поскольку я сейчас активно изучаю академический вокал, и многие, я, кстати, заметил, что многие артисты с возрастом приходят к академическому вокалу. А я немножко пораньше пришел к академическому вокалу. Слушайте, ненавижу мужчин именно с длинными волосами. Просто не люблю. Как это вообще? Это же ужас какой-то. Сам хожу, но не люблю. Я считаю, что мужчина должен выглядеть вот как лысый с бородой. Вот. В общем, хочу работать в каком-то театре, но так боюсь петь оперы, вот всякие арии, потому что это для меня настолько все ново. Всю жизнь эстраду поешь, а тут какие-то арии. Может, тебе в мюзиклы попробоваться? Не знаю. Мюзиклы... Я, кстати, так ненавидел мюзиклы раньше. Ну, слушайте, я раньше ненавидел академический вокал, тем не менее сейчас пою. Я год назад даже подумать не мог, что я буду какие-то арии петь. И знаете, прикольно получается. Вот, так же и с мюзиклами, может быть, сейчас вот поговняюсь, а потом пойму, что это мое. Хотя, в принципе, я, вот мой типаж, как вокальный, так и внешний, для мюзиклов очень подходит. Мне, кстати, уже об этом говорили, что моя дальнейшая судьба — это мюзиклы. Вот. Но простой народ почему-то не оценивает вот академического вокала. Простому народу нужны простые песни, вот по типу «Ой, да не вечер» и так далее. Он, подруга Бабушкина, мне тут очень сильно на меня давила. Она мне прям выедала мозг, особенно под этим делом, что типа, зачем тебе это надо, зачем ты с этим связываешь свою жизнь, оно тебе неужели нужно, вот эти все арии, в чем прикол? Слушайте, ребят, ну в чем прикол? Ну, наверное, я сам распределюсь. Она говорит, вот пел же ты нормальные песни, вот типа «Не для меня» или там «Ой, да не вечер», что тебе мешало? Я говорю, а что мне мешает сейчас петь? Нет, я, видите, и нашим, и вашим, я всем. То есть, я уже вам говорил в прошлый раз, что я хочу, например, напеть и какие-то, знаете, арии. Вот это днём, то есть я в театре учу партии, а ночью я пою для алкашей. Ну, не для алкашей, а тех, кто гуляет, например, да, какие-то. То есть я сам очень люблю, например, шансон. Да, фу. Но я люблю, например, «Люба-Любонька, целую тебя в губоньки». Мне очень нравятся эти песни. Я люблю песни всякие, типа, не знаю, «Верка Сердючка», вот эта вся хуйня там. Мне очень нравится. Это вот прям вот, знаете, чтобы расслабиться. Чтобы расслабиться настолько, как отчаянно расслабиться, наверное. То есть, когда человек приходит в театр на оперу, он расслабляется духовно. А когда хочется потанцевать и покурить, и выпить, и замечательно, это вот он как-то физически, наверное. Да, профессор Лебединский. Это ж вообще пиздец, крайняя степень пиздеца. Вот. Да уж, Катя, ты своим басом поешь очень превосходно. Лучше меня. Вот так, мои хорошие, что я прям вообще врубаюсь, сижу уже все. Что-то народ сегодня никого. Наверное, потому что я зачастил в эфиры выходить. Мне уже не так интересно стало смотреть. Вот. Ну, к тому же, еще раз говорю, будний день.
вечер уже, спят люди. Поэтому что-то как заходили ко мне мои все время подписчики, вот именно мои, постоянные. А сейчас что-то их совсем нет, куда-то они пропали. Раньше их было, были все время одни и те же, выходили. Прям вот идут в рядок, такие, о, сразу узнаешь, о. А сейчас как-то не выходят они, не знаю. Надоел я им, наверное. Но что-то мне так захотелось в эфир, ну, выйти, почаще выходить, потому что я что-то как-то в кураж вошел. Вот так потрепаться с кем-нибудь, да, там, поболтать с вами. Но когда, конечно, есть о чем. Вот. Одно и то же обсуждать тоже не хочется. Вот. Что-то меня прям реально вырубает. У меня тут Новый год. Люда мне прислала. Подняла мне новогоднее настроение. Замечательно. Я сказал, что я эту мишуру никому не отдам. Тут вот еще новую, прекрасную. Я сказал, что я наряжу свою комнату. А вот когда я наряжу и пойму, что там, ну, что-то лишнее, может, останется, то, извините, тогда, конечно, я отдам всем остальным. Вот. Потому что я хочу в этом году нарядить свою комнату очень красиво. А тоже все-таки нарядишь. А не хотела. Сегодня хотели купить мигалки. Хочу какие-то себе, знаете, необычные вот такие лампочки, а кругленькие такие. Ну, чтобы они были кругленькие, но такие небольшие, но такие красивенькие, яркие. Подходим мы, значит, к одной женщине, вот, которая торгует всей этой лабудой. Надразнил, да. Я говорю, мы сейчас походим по Ашану и вернемся, может, я куплю. Она такая... Я спрашиваю, вы до скольких работаете? Она говорит, ой, ну там, да. Я говорю, до 10? Она говорит, нет. Я говорю, до 9, что ли? Она говорит, да. И где-то около 9 часов мы только-только уже вот в 9:03 пошли на кассу. Эта пизда уже начала сворачиваться, она уже свернулась. Вся. Я говорю, ну и хуй с тобой, золотая рыбка. Не хочешь, не надо. Выкупим потом, если, конечно, не будет поздно. Наряжу, но сначала надо сделать генеральную уборку. Что-то у меня такая леть в последнее время. Вообще ничего не хочется. Сейчас с этим Томом Фелтоном. Прям у меня все прям... Обида такая стала, что я вот не купила этот билет. Просто столько было нервов, чтобы вот все это купить, собрать. Бабла вот это надо было где-то найти. Бабло 30 тысяч. То есть сколько-то было, сколько-то не было. И вот с миру по нитке насобирали. Думаю, ну все, ладно, куплю. Но с другой стороны, если бы я, например, купил бы, я бы вообще без денег остался на Новый год. Но все равно. Что-то так прям хочется и так грустно, что... Я просто ничего не понял. То есть я просто ничего не понял. Я не понял, где были билеты. Я не понял вообще, как они исчезли вообще. Были ли они... Ребята, которые постоянно в комментариях сидели, ждали этот meet and greet, вот эту личную встречу, билеты на нее. Я видел, что они писали там, ты. И, видимо, они то ли, может быть, пропустили эти билеты или чего, я не знаю. Но они такие в итоге потом пишут, а где билеты? Они вообще были? Так хотелось написать. Нет, блядь, их не было. И вообще непонятно чего. И я ждал до 5 вечера, думая, что их выложат. И все-таки их нет. Думаю, ёб твою мать, уже заканчиваются даже вот эти вот обычные билеты на автограф, на фото. Я говорю, сейчас я просру нахер все. И я решил написать в группу, ну, вот, администраторам. И они мне буквально моментально ответили, нет, уже нет, их раскупили. Когда, блядь, когда? Суки ёбаные, блядь. У меня прям грусть такая. У меня прям, понимаете, вот прям жалко. Я уж планировал, думаю, здорово это все.
Конечно, я его увижу, всё, и даже сфоткаюсь. Но знаете, какая фотка будет? На расстоянии, блядь, в метре друг от друга. Это, конечно, вообще неуважение за 5500 так фоткаться. В общем, короче, это все очень грустно, это все настолько мерзко, мерзостно, что такая дебильная организация, что вообще это просто позор. Я в первый раз иду на такое мероприятие, и мне просто вот уже все. Я был готов к тому, что будет какой-то ажиотаж, что люди будут там как сумасшедшие, но не в такой же степени. Я просто не успел посмотреть даже, сколько было билетов. Я даже не знаю, сколько было билетов вот на этот МИД. Да, скорее всего, перекупщики скупили, чтобы потом продать. Да, абсолютно, потому что люди, ребята, все вот в комментариях говорят именно такую фразу, что все это купили перекупщики. Пускай продают дороже, конечно, уже никто покупать не будет или там купит, но я не знаю. Сразу же выложили пост на Авито после того, как пропало вот это за 30 тысяч билеты. За 500 тысяч. На Авито было за 500 тысяч рублей на билет на Meet and Greet. Охуеть. Ну, конечно же, никто не купил. Все засрали только это чухло, которое сначала было Галиной, потом стало Александром. Ну, пользователь поменял имя. Короче, я такой думаю, заебись. Вон. Там вон кто-то за 500 тысяч. Так, во-во, я и говорю про эти 500 тысяч. Да-да-да. Там 2 метра. Ну, не знаю, я думаю, что 2, а не 2. Мне вообще срать больно. Просто мне бесит то, что мне придется стоять конвейером вот с этим вот гусеницей друг за дружком. И ты даже не успеешь, то есть, сообразить, не то, что посмотреть, даже не успеешь сообразить. Подойдешь и уйдешь. И потом все смазанные фотки в один просто огромным файлом кидают ВКонтакте в группу. И вот ищи, блядь, себя где-то там на фотке с ним. И как главное получилось. Ну, это вообще такая, конечно, чушь. Такое говно просто, говнятина, блядь. Ужас. Организация вот в России, это просто что-то с чем-то. Да, я успел купить только на фото за 5500... Но мне так не хотелось, мне так не хочется вот идти вот на это фото. Вообще мне вообще не хочется. Я еще дурак купил VIP-билет на это дебилистическое мероприятие. То есть на какие-то комиксы, там что-то хуйня какая-то. Нахуй мне это все надо. Я туда только из-за Тома шел. И в итоге у меня проебалось все. Просто настроение на нуле. Поэтому я ребят сегодня и позвал в гости, потому что это очень грустно было и очень неприятно. Особенно вот с Meet and Greet, который даже непонятно, были ли билеты, не были ли билеты, сколько их было вообще. То есть я нажимаю на эту сумму, а билетов нет. То есть не то, что их нет, я нажимаю, а там билеты только за 5500. Я такой, нихуя, где за 30? И я давай каждый раз вот обновляю, нажимаю, и нет. Хотя я сидел с самого начала, то есть я сидел прям буквально, то есть с часу, даже с 12:50, каждый раз обновляю сайт с билетами. Короче, и главное, забавно, пишу, говорю, а билеты-то есть? А билетов нет уже. Я говорю, а есть какие-то шансы, что, ну, можно будет купить? Они же что-то там говорили, что, типа, можно будет купить вот вживую, ну, прийти. Ну, это, я так полагаю, на автограф или там на фото. Ну, только, мне ответили, ну, только если произойдет какое-то чудо, а так нет. Охуеть, идите нахуй, блядь, лохи ёбаные. В общем, меня прям так это прям обозлило все. Я прям вообще что-то так прям... Я не бомбил в комментариях, что там так бомбили просто. Там такой мат, перемат, там просто проклятие сыпали на весь этот фестиваль. Билеты с полоумной скоростью сдавались обратно, потому что такое неуважение к людям. Ну, я вот увижу впервые. И кто-то написал, не легче ли, типа, было продавать вот вживую действительно билеты на входе там или где-то там прям, я не знаю. Ну, это действительно логичнее, наверное, было продавать вживую. Кто успел, тот пришел как бы и купил.
Ну, здесь одновременно все просто стали быстро все это говно скупать. Сайт просто неимоверно глючил, вылетал людям. С 21 попытки только им... Они покупают билет, им возвращаются деньги. Они покупают билет, им возвращаются деньги. Как это так можно, я не понимаю. Что вы не можете сайт наладить или как-то, может быть, ограничить. Кстати, я вот тоже этого не понимаю. Один билет в одни руки. Зачем по 100 миллионов билетов на одни, в одни руки выдавать? Я не понимаю. Перекупщики скупают их там с огромной скоростью. Походу, у них даже договоренность с этими организаторами, что они будут это скупать или как, я не знаю. Но вот я вам говорю, было такое мнение, что эти билеты, особенно Meet & Greet, продали просто своим. Просто продали их своим. Ну-ка, давайте-ка я сейчас зайду, посмотрю. Что там у нас осталось? Представьте, своим. А мы должны страдать. А главное, что знаете, что? Пишут, значит, в комментариях. Главное, чтобы вот именно на Meet & Greet пошли люди, которые вот действительно являются искренними фанатами Гарри Поттера, там, например, или Тома Фелтона, нежели их действительно скупили перекупщики, которым вообще это нахер не надо, и они просто испортили и праздники людям, которым это нравится, и себе, как собака на сене. Так, встреча с Томом Фелтоном. Ну что? Но 18 число ничего нет. Вот есть 5500. Это у нас что такое? Это вход. Слушайте, вообще, по-моему, билетов-то не осталось. Вообще никаких. Так, на 19 число. Что у нас там? Нет, ничего не осталось. Все нахуй скупили. А, они же пост выложили, что все билеты, все, кончились. Остались только входные билеты. Я вот не понимаю, вот этот экспоцентр, он что, блядь, резиновый? Там миллион уже, наверное, набралось народу. Вот они выложили... Я даже сейчас лайк нахуй уберу, чтобы меньше было. Я отписался от этой группы, мне настолько это все было мерзостно. Короче, они написали, что все, раскупили, все, пауза, точка, больше не будет. Сейчас. Да, все, вот этот sold out, повторяем, sold out, не знаю, что это такое. Все билеты на фото, автограф, сессии и Meet & Greet проданы. Вы ебанутые. А где были билеты на Meet & Greet? Господи. С Томом Фелтоном, а также билеты на автограф. Короче, понятно все. И я под этим постом написал, да, такого пиздеца в своей жизни я еще не видел. Ну, мне там тоже лайкали люди и, ну, вот мой комментарий, потому что, ну, это вообще, конечно, трэш. Это такое дно просто, такое говно. Я был уверен, что я куплю, потому что, ну, как бы, ну, я сидел прям реально, чекал страницу, я постоянно ее обновлял, и мне казалось, что у меня есть все шансы достать. И я, когда увидел вот эти вот билеты за 30 тысяч, я сразу начал нажимать, и чего в итоге? Одновременно все один и тот же билет покупают, естественно, сбой происходит, и вылетаешь. Ты, блядь, пока оплачиваешь, у нас ребята вон писали, что я, говорит, пока оплачивала билет, у меня просто произошел какой-то сбой, и из-под носа вывели последний вот билет. Я ничего в этой жизни, наверное, не понимаю. В общем, организация говно. Мне реально не хочется уже туда идти. Мне вообще не хочется не видеть этого Тома ёбаного, алкаша Иванова, непонятно как выглядящего. Я не знаю. У меня прям такая злость. Миша, завтра опять жду в эфире. Может, еще там получится купить на месте, как пишут, хотя нереально. Нет, завтра я, конечно же, не буду выходить в эфир. Что я каждый день, что ли, буду выходить в эфир? Я выхожу раз в неделю, дай бог, конечно. Ой, может, там получится купить на месте. Людочка, а где деньги возьму? Я когда приеду в Москву, я уже купил за 5500. У меня было все строго подсчитано. И если я приеду, я приеду в Москву, я сниму гостиницу, у меня останется там 20 там, с чем-то, с копейками. Где я 30 наберу? Я бы с радостью, если бы у меня были там дополнительные какие-нибудь бабло,
чтобы там на запас. В итоге-то, понимаете, я просрал все просто. Я автограф просрал, я хотел на автограф. Просто если бы я знал, что этого говна не будет больше, meet and greet этого ебаного, то я бы сразу же, конечно, купил и на автограф, и на фотосессии. В итоге я не купил ничего. Понимаете? Ну, вот только на фото. И то последний там урвал уже какие-то. Это, конечно, понос. Просто понос. Я вчера еще до последнего думал, покупать мне за 5500 или нет, а вдруг появится за 30. Потому что, ну, вдруг это чудо произойдет. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что если ты сейчас не купишь, то ты можешь оказаться вообще в говне просто. В общем, конечно, помойка еще та парашная. Просто дерьмище просто. А, на автограф? На автограф, кстати, да, может быть такая хуйня получится, что может это купить. Ну, хотелось бы на МИД, конечно, очень хотелось бы. И мне прям очень хотелось бы купить, даже если, несмотря, вот вдруг будут продавать, вдруг что-то появится, хотя это, конечно, навряд ли. Нет, мне кажется, они своим продали. Они реально продали своим. Может, они как-то сказали, что зайдите там на 5 минут раньше, и мы вот выкладываем, там связь как-то держали с организаторами, я не знаю. У нас, может, это как-то позже все вытекло. Я не знаю. Не знаю, но мне настолько это все грустно, мне настолько не хочется, мне уже никакого настроения нет туда идти, понимаете? И не нужны их подарки, вот эти вот от этого бабла комикса Кона, вот эти вот абсолютно дебилистические портфели, блядь, рюкзаки там, что там еще продаются. Не продают, будут выдаваться какие-то комиксы. Нахуй они мне не усрались, блядь. Лучше я бы купил на один, сука, день билет и на МИД на этот же день. Все. Мне больше не надо. Мне этот фестиваль вообще не усрался. Просто говно. Просто такое дно. Я бабушку, я попросил ее добавить, там, довел ее, она мне там орала, бля, денег нет, нихуя и так далее. Ну, мне просто кровь из носу, даже не то, что добавить, мне надо было в долг. Ну, мы с ней даже ругались, то есть, снова, как всегда, блядь. Вот. И все ради чего? Ради чего вот эти все нервы? Ради чего? Ради вот постоять, сфоткаться на расстоянии, блядь, 2 метров. В общей этой очереди стоять 2 часа ждать. Ой, ну это пиздец, конечно. Я посмотрю и... Может, действительно, не знаю, не пойду. Что-то вообще как-то накатило. Да, подстеречь его с черного входа и взять автограф. Это точно. Мы, кстати, так делали раньше с артистами, которые к нам приезжали. Музыкальный театр. А мы же учились как раз вот актерами-то в драматическом театре. А у нас 3 театра в один объединено. У нас в центре города стоит драматический, кукольный и музыкальный. Это огромное, такое огромное здание. И мы по всем этим лазейкам бегали. И вот так мне удалось сфоткаться с Валерией, с Леной Темниковой, с Пашей Волей. У Веры Брежневой автограф взять. Ну, в общем, да. Да нет, нахер он не усрался, ребят. Но он сейчас так испортился, он выглядит как бомж. Вы видели его фото вообще? Как выглядит сейчас Том Фелтон. Это не тот Том Фелтон, который снимался в «Гарри Поттере». Это как будто он бухает, вот реально. Хотя, зная его там, ну, читая его биографии, там всякие вот это все, что он с собачками и так далее. Он часто светится в эфирах там, выходит, поет под свою там укулеле и так далее. Ну, не знаю, что-то как-то он... Я когда его увидел после долгого какого-то перерыва, то есть после «Гарри Поттера», да, и, например, спустя вот, по-моему, через 6 лет я только зарегистрировался в Инстаграме, там еще через 2 года я подписался на него. Я когда его увидел, я охуел просто, во что превратился Том Фелтон, честно. И нам вбросили ВКонтакте, в комментариях одна женщина вбросила, во Франции был Комик-кон вот этот вот, ну, короче, тоже какой-то фестиваль вот этот вот во Франции, когда они фоткались, ну, это ужас, вот этот его второй подбородок, вот эта вот, вот эта вот щетина, которая обросла, вот это его красное лицо, как будто он реально пьет, спутанные волосы, это как-то вот как бомжонок выглядит, вот ей-богу, ну, не знаю.
Хотя, наверное, если бы я купил бы билет на Meet and Greet, я бы тут сейчас его сидел, нахваливал бы и говорил, какой прекрасный актер. Нет, ну он хороший актер, я ничего. Но он, ну, честно, он изменился. Я сразу, когда, я правда, я когда его увидел, то есть даже это не зло какое-то, нет, просто действительно я когда его увидел, что-то я как-то прям подрастроился, думал, а где же наш такой Драка, который был такой чопорный, такой, ну ладно, светлые волосы, бог с ними, но вот он такой всегда был, ну, чистенький, беленький, да, такой вот, с живым каким-то взглядом. Сейчас какой-то тюлень, блядь, выходит с этой гитарой, с этими собаками там какими-то. В общем, вот. Не, мне нравился Том Фелтон в «Узнике Азкабана». Да, да, у него там причесочка такая, но многим именно из этой части нравился. Нет, мне вообще он никак абсолютно равнодушный для меня персонаж, но для меня это... Так а что, доживи до его лет, что он старше меня на сколько лет? На 10? На 10 лет? Вы серьезно? То есть через 10 лет я должен схуевиться, состариться, я не знаю, с морщинами, обрасти... Ну что вы несете-то? Люди и в 50 выглядят, если нормально за собой следят там и так далее. Они выглядят на 35. Ну что вы? Нет. Он просто за собой не следит. Вот чисто вот внешне, визуально, вот именно что. Вот недавно, буквально года, может быть, ну, год назад, да, где-то год назад, «Все звезды» выпускал с ним плакат. Большой такой плакат, он там в шарфике стоит. Ну, блядь, страшный. Ну, вот прям вот какой-то он... Прям вот фу. Вот прям фу. Так что я не считаю, что какие-то там возраст, годы. Нет. Просто это за собой вот как-то... Он плюнул на себя, хотя он зарабатывает очень приличные деньги. Он конаёбится, шкуру трёт по этим, фестивалям по всяким. Снимается. И снимается в хороших фильмах. Играет далеко не последние роли. Не знаю. Все мы так думали о себе в свои годы, что останемся тонкими и звонкими. Ну, слушайте, вы так говорите, как будто, я не знаю, мы сейчас сравниваем 20 лет и 50 лет. Разница, я не знаю, вот когда он снимался, это был 2010-й, там, 9-й года, да, «Дары смерти», ну, 10-й, условно говоря. И что вот с ним стало, например, через 6 лет, в 16-м году. Ну, извините меня, я 6 лет назад был таким же, как сейчас. Даже сейчас я лучше стал выглядеть. И многие, кстати, на самом деле, многие с годами только молодеют. Особенно артисты, особенно публичные личности. Нет. Тут я даже не понимаю. Конечно, многие артисты спиваются и так далее, но нет. Тем более, ну ладно, человек, допустим, если без денег, например, да, но у него же столько денег. По-моему, ему даже очень хорошо, на самом деле. Вот вы зря говорите про какую-то там депрессию и так далее. Он живет там один, я не знаю, у него собаки, ему никто не нужен. Когда человек счастлив, он по правде счастлив, он на лице его написано, что ему больше ничего не надо. Вот он может лежать на диване, пузо чесать, ему хорошо. Понимаете? Так что нет. Он просто плюнул на все вот это, на внешность и так далее. Ему хорошо так. И я еще раз повторяю, ну что, 30 лет, там, я не знаю, это же не старость. И чем старше ты становишься, ты понимаешь, что 40 лет — это не старость. 50 лет — это не старость. Потому что раньше, если, да, там уже, к 50 годам уже была бабушка в платочке, да, то сейчас к 50 годам это такие цацы, такие охуенные есть. И у меня знакомые, что вообще даже, и не скажешь не то, что... 50 там лет, им даже 40 и 35, даже, понимаете? Нет, все зависит от внутреннего стержня, от внутреннего характера какого-то, ну, характера, от внутреннего какого-то посыла. Если человек абсолютно доволен своей жизнью и тем положением, которое сейчас его окружает, его любят, понимаете, его любят, его ждут. Видите, как ждут? На Meet and Greet билеты типа продали. Угу. Сразу же там своим всем дали. Вот. Его любят. И он понимает, что ну, меня любят и таким. Значит, особо напрягаться и не стоит. Вот и все. Счастье тоже расслабляет. Зажираешься, да? Да. Нет стимула для тонуса, может, у него все надоело. Не знаю. Мне вообще все равно, чего у него. Но он схуевился. Давайте сделаем так. Вот перестал он мне нравиться в «Принце полукровки». Ты знаешь, Кать, в «Принце полукровки» он еще был
куда ни шло по сравнению с тем, что он сейчас. Я тебе сегодня фотку показывал. Это ужас какой-то. Еще снимают снизу, где его там десятый подбородок. Ну зачем это все? Красное лицо. Ну что это с сосудами проблемы? Иди к врачу сходи. У тебя есть деньги. Полечись. Ёб твою мать. Обследование пройди. Ладно, засрали, короче, Тома. У меня изначально сегодня был посыл сесть и засрать кого-нибудь. Наверное, я только должен какое-то время пройти. И я, если, например, уберусь, сделаю генеральную уборку, меня так отпустит вся эта ситуация. И я счастливый поеду на это мероприятие. Нет, ну изначально я, конечно, планировал хотя бы просто туда приехать и посмотреть на Тома, посмотреть на Лапенко, посмотреть на всяких там артистов и так далее. Там на... Вот это, с кухни-то рыженький вот этот, сдаешь молодежь. Там тоже он будет, придет выступать. Просто вот. Но потом как-то у меня загорелось, думаю, почему бы и нет? Почему бы и да? Хуйна. В итоге ничего. Допланировался. В общем, все, конечно, очень. На Западе многие не относятся к себе одежде как к главному. Обычно рубашка даже не отличит от всех. У многих там такой элемент. Менталитет, да. Вы знаете, да, да. А вот его сейчас засирает. Поэтому он и выглядит как говно. Это как порча. Да нет, на самом деле. Никто его не засирает, его любят все равно. Не он же виноват, что на него не пошли. Это же не он виноват. Это виноваты вот ёбаные организаторы, мудилы ёбаные, которые связались с этим ёбаным Тикетлендом, который глючит невозможный сайт дебилов, просто работают там какое-то говно. Нахера, если сайт вот не выдерживает такой нагрузки, нахуя связываться? Ну, сделайте вы какие-то свои там, на входе, блядь, продавайте билет. Ну, что за хуйня? Вот. Я что хочу сказать по поводу... Да, на Запад, по поводу Запада. Там относятся к себе все-таки к лицу и к внешней какой-то, наверное, опять-таки, могу ошибаться, достаточно нормально, без фанатизма. К одежде, да, к одежде проще. Но что касаемо вот лица, натуральности, они это любят. То есть, если ты выглядишь натурально, то ты должен выглядеть достойно. Потому что с многих смой косметику или там как-то, я не знаю, встань, покажись, да, после сна, то ты будешь страшным. А у них, я опять-таки могу ошибаться, у них, вот если ты выглядишь натурально, то ты должен выглядеть очень симпатично. То есть, это не означает, что они не делают себе ничего. Я уверен, что многие делают уколы, да, там себе все это подтягивают, все это что убирают. А потом такие выходят, я без единой косметики. Да, конечно же, дура, блядь, ты себе наколоть уже успел. Ты себе накрасила брови, сделала татуаж там бровей, татуаж губ, чтобы они у тебя всегда были красные. Нарастила реснички. Их уже не надо красить. А, там, я не знаю, наколола себе вот здесь, у тебя все уже подтянуто. Ты с утра просыпаешься, уже вот такая. Губки слегка подколоты, не накрашены. Вот, естественная красота. Казалось бы, без единой косметики. Но в то же время ты там вся или весь исколот. А, бровки выщипаны, накрашены тоже, накрашены краской. И, ну, или татуаж сделан, не знаю, у кого что. И все замечательно. Ресницы уже красить не надо. Я очень натурально выгляжу, да, да. Я такой родился, вот вырос, во мне ничего нет. Так что, на самом деле, я считаю, что все равно они делают себе все вот эти моменты, но за натуральность, как бы, в то же время, как бы, видите, убивают двух зайцев. Колят себе все, исправляют там зубы, делают виниры, можно их, блядь, не чистить вообще там год еще, пока они там не пожелтеют от налета. Вот. Но зато мы натурально выглядим, да. А к одежде, да, у них к одежде более к волосам, и к одежде более какой-то проще взгляд.
Мишка, извини, я выхожу, мне сейчас айфон отключится. Я тебе адресала, видишь. Да, Катя, хорошо. Да мы сейчас тоже закругляемся, уже время 1:00 ночи. Я спать хочу. Сегодня какой-то прямой эфир был грустненький какой-то. Я просто вышел, чтобы поделиться с вами вот этой вот хуйнёй. Не знаю, как дальше жить. Очень обидно и очень неприятно. Давайте мне соберем на гроб денег, чтобы повеситься и похоронили меня по-человечески. Не знаю, что прям как-то совсем грустно. Еще у меня как назло деньги все были потрачены. Деньги были все потрачены. Вот, и, соответственно, я не успел ничего нормально купить. У меня сейчас нет такого спокойствия. Знаете, за что? У меня нет спокойствия за то, что, например, я вот приду туда, и вдруг у меня окажется шанс на meet and greet сходить, а у меня не будет там каких-то там, ну, 5000 добавить на вот этот вот фест, да, на вот эту встречу. То есть, если бы у меня были бы деньги, допустим, то есть, вот когда, ну, у меня же бывают всегда деньги, а тут что-то я растратился, и у меня все на нуле, и я давай собирать миру по нитке себе хотя бы на это мероприятие. Но, к сожалению, уже ничего не вернешь. И спасибо ебаным еще раз организаторам, горите они в аду. Вот, и вот я еще раз говорю, что я как-то думаю идти на это говно, не идти, уже как-то не особо хочется. Успокаивает то, что у меня VIP-билет на первом ряду, и что я надеюсь, по крайней мере, что я хотя бы все увижу. Вот. Так что вот так. Все, вырубаюсь, ребят. Наверное, надо закругляться. И уже все. Я спать хочу. Мне еще на самом деле столько дел, дохуя дел, но надо это как-то распределить все грамотно. Что-то я в последнее время не могу нормально делать дела. У меня что-то как-то это голова не тем забита. Мне надо дневник, я дневник не писал с пятницы. Убираться надо, на почту завтра сходить. Хотели сегодня сходить на почту, блять, она закрыта. У меня там альбомчик с наклейками еще. Короче, дохуя всего. Короче, вот. Все как-то грустно. Ребят, успокойте меня. Что делать? Как попасть на meet and greet? А главное, знаете, что обидно? Что есть бабло, есть вот эти 30 000, да, там, рублей. Ну, условно говоря, да, типа, есть. И казалось бы, за такие даже деньги ты не сможешь попасть. Что самое забавное, я еще сомневался. Думаю, надо или не надо, дорого ведь, да. А их купили просто в миг. Ну, как купили? Наебали нас, они купили. И вот чем больше я об этом думаю, тем мне грустнее становится. И больше не хочется идти на эту хуйню. Прям вообще жесть. Новый эфир. Ты что-то сегодня, видите, как-то тухленько все получилось. Может, он еще не приедет. Ногу там сломает, мало ли. Ой, все возможно. Давайте его сгладим. Давайте накаркаем, чтобы он не приехал. Да нет, конечно, приедет. Но, как я говорю, мне еще написал один потрясающий мой подписчик, тоже мой тезка. Он говорит: Миш, ну приедет он еще. Господи, куда он денется? Приедет. Приедет. Я говорю, да не приедет он уже. А, ПЦР, ой, дай, вот это может быть. Пускай у него ПЦР, сука, положительный, и он съебет нахуй. Уроды, блядь. Ну, слушай, ну, а думаешь, что я потом смогу купить? Я также его просру, блядь, билет. Кстати, ПЦР хорошая идея. Пускай ПЦР у него положительный будет. Доездится гнида. Какие мы суки, да, злые? Ну, ничего. Жизнь такая, не мы такие. Слушайте, это щербина посередине. Ужас, никогда не... Ну, что это такое вообще?
Нагадаем сейчас порчу на анальных кольцах, наведем на него. Кстати, я наклеил. У меня оказалось 41 наклейка в альбом «Орден Феникса». Потрясающий альбом. Я просто в восторге. Он реально новый, классный. Я его прочитал, все наклеил. У меня просто было... Я, помнишь, говорил тебе, что у меня несколько наклеек есть. Я решил его купить. У меня оказалось не несколько, у меня оказалось 41 штука. Это же много, это почти четверть журнала я наклеил. Я не знаю, откуда они у меня, кто-то мне их продал, тоже 100 лет назад они у меня лежали. Я нашел в Москве одну дамочку, которая продает эти наклейки. Ну, дорого выходит, потому что одна наклейка чуть ли не 10 рублей, что ли, стоит, а мне их нужно много. Я вот с ней договорился, говорю, может, вы мне там сколько-то снизите. А то она мне, по-моему, 120 штук продаст не за 1200, а за 1000, сказала. Но опять-таки, это если я не попаду на это мероприятие, на meet and greet. Скорее всего, это так и будет, что я не попаду. Раздам все долги, у кого что занимал. И снова останусь без денег, блядь. Охуеть. Люда, ждите, я вам обратно перечислю. Спасибо за помощь. Но мы пытались, мы пробовали, мы дерзали, ничего не получилось. Вот альбомчик реально классный, я буду его постараюсь собирать дальше. Здорово. И недорого, 500 рублей всего. Я тут видел, кто-то продает по принципу полукровки, но по принципу полукровки у меня нет наклеек. Но там был этот на разных языках, то есть не на русском. И мне так хотелось, захотелось купить на немецком. Там half, не half, half это на английском. Короче, как-то halbblut, что-то такое, blut. Миша, да уж. Вот. Но уже на немецком не оказалось, поэтому я так, что-то так расстроился. Думаю, ну ладно, хуй с тобой, золотая рыбка. Как мне грустно, ребят. У меня прям такая депрессия по этому поводу, блядь. Наверное, что должно было вот такого случиться, чтобы это все как-то улетучилось, и чтобы я с хорошим настроением плюнул на все и поехал, и пошел. Вот как? Что должно произойти? Наверное, только если я уберу, сделаю генеральную уборку вот до этого дня, я буду счастлив. Потому что это очень держит на самом деле. А еще я хотел себе на Новый год купить вот этот вот Sony PlayStation, или как это называется. Короче, играть на телевизоре, чтобы в зимние каникулы сидеть там и играть. Я так об этом мечтал, грезил. Но вот потом с этими последними событиями у меня бабла совсем не осталось. Но считай, если я не пойду сейчас никуда, то можно будет попробовать купить себе эту игрушку и сидеть играть. А ты заходил на английский сайт? Можно в переводчике сидеть сразу. Там отвечаешь на вопросы, и тебе пишут, из чего состоит твоя палочка, какой у тебя патронус и так далее. Дэнди. Ну, Дэнди это старое, а это вот PSP, или как это называется, типа современнее-то. Что за сайт? Да мне неинтересно, у меня нет никакой палочки, не надо мне никаких патронусов, мне это ничего не интересно. Я знаю, что я люблю Гарри Поттера, сейчас объясню тебе. Я не знаю, как, может быть, люди заметили, особенно фанаты, что сейчас Гарри Поттера нет. Что сейчас поменялся логотип Wizard World, и там вот такие палочки идут в разные стороны. Да, игровую приставку хочу, точно. Вот, и вот, короче, вот этот вот логотип поменялся. Раньше же был HP, вот это вот Гарри Поттер, HP, вот это вот. А сейчас вот Wizard World, мир волшебства, потому что... Роулинг выпускает сейчас вот эти фантастические твари. Это же Гарри Поттер практически, ну, не относится в основном. То есть там, да, какие-то отголоски есть, конечно, Дамблдор, все, Гриндевальд. Но основная история другая, соответственно, логотип поменялся. А я люблю Гарри Поттера старого.
У меня фетиш такой, я скупаю старые какие-то из нулевых, я скупаю старые вещи. То есть я могу покупать старые тетради, старые... То есть я покупаю те вещи, которые были в то время очень популярны. То есть с выходом фильмов там, да, выходили какие-то вещи, какие-то тетрадки, какие-то предметы, какие-то книги. И я это все активно скупаю, потому что я очень люблю более старые вещи, потому что принты на них были более такие ламповые, уютные, мультяшные, или даже где-то, да, что-то красивые, кадры из фильма. Сейчас такого нет. Сейчас на всех тетрадях каких-нибудь, там, я не знаю, печатают тупо логотип, я не знаю, логотип там Гриффиндора или Хогвартса, логотип, какой-то щит, и все на черном фоне. Вот и все. А я люблю старые, вот какие-то карты старые, игральные, которые выпускали. Например, Орден Феникса выйдет. Хуяка карта Орден Феникса выходит. Да, вот мне вот это вот нравится. А современные какие-то вот эти вот Всемир волшебства, сейчас какие-то новые игры выпускают, там и создавать своего персонажа можно и все. Ну, как-то вот не вставляет, не знаю, не нравится. Что тебе сегодня снилось? Не знаю. Я не помню, что мне снилось. Что-то снилось мне, наверное. А может, и не снилось. Мне вчера что-то снилось, я помню. Да, хочу вот игровую приставку. Хочу игровую приставку, конечно же, с игрой Гарри Поттера. Хотя кто-то мне сказал, что они не отличаются от компьютерных. Но где-то я видел вот этот вот Kinect 360 или Kinect. Не знаю, 360 Xbox. Там прям другие игры. Там прям вообще другие игры. Не как компьютерные. Там они такие прикольные, графика другая, и сюжет такой даже другой. А как началась любовь к Гарри Поттеру? В каком году фильм посмотрел и потом уже прочитал книгу или как? Ой, слушай, это вообще такая интересная история. Сейчас еще, блядь, на полчаса. В этом году у меня 10 лет, как я заядлый поттероман. Я сходил. Я до этого любил Гарри Поттера очень сильно, но не был фанатом, поскольку у меня в детстве, живя у бабушки, у меня, ну, до сих пор живу с бабушкой, да, у меня было только два канала, первый и второй, и периодически по второму каналу показывали Гарри Поттер. Для меня это было что-то с чем-то, это как это, второй канал, такой федеральный, там, новости, все. Хуяк, и показывают там Гарри Поттера. Особенно если выходила какая-то новая часть, сразу начинали показывать старые, новую не показывали, потому что еще, видимо, не запустили в ротацию или как там на канал, но старые обязательно покажут. Вот. Когда перестали показывать Гарри Поттера, то есть прошли Дары Смерти, прошли все полностью, Гарри Поттер исчез. Даже, наверное, последний вот был, помню, последние... Парад вот этих фильмов были с 2008 на 2009 год перед Новым годом. У меня как-то зациклилось, что перед Новым годом всегда Гарри Поттера там надо смотреть или как-то что-то, я не знаю. Вот. И я смотрел маленький, мне было тогда лет 10, 11, я не знаю, 8, 9. Вот. Я смотрел. Ну, как-то смотрел, и все, и забывалось. Смотрел, забывалось. Прям влюблялся, бывало, прям в этот фильм. Но у меня не было ни кассет, ни дисков, ничего. И в 2010 году мой друг мне... У меня был такой друг один, мой одноклассник, мы с ним с детства дружили. Он мне решил просто сделать подарок. Он мне купил антологию всех игр. О, не игр, а этих фильмов. К тому времени вышли только, по-моему, «Дары смерти», часть первая. То есть это 2010 год. И вот в 2010 году мне наконец-то дарят целую антологию фильмов. Я с удовольствием... их смотрю. Хотя до этого Катя, мы уже с ней тогда дружили, прям хорошо дружили, как сейчас. И вот ее здесь нет, она бы подтвердила. Она мне подарила два диска, хороших лицензионных диска. Но я тогда их особо, ну, юзал, я их смотрел, да, но особо как-то, ну, чтобы прям фанатеть, нет. Но я их, помню, смотрел чуть ли не каждый день, там, на компьютере включал. Это была «Узник» и «Кубок». И я все время, сначала же «Узник» идет, потом «Кубок». И я все время брал эти два диска и думал... Какая же часть впервые? Где же он выглядит постарше, а где помладше? Что-то я не пойму. Ну, вот. А в 2010 году мне подарили диск. Я весь год в шестом классе смотрел. В конце шестого класса мне подарили... Не подарили, мальчик одноклассник дал поиграть в игры. Я начал в игры играть все лето, помню.
И как раз летом 2011 года, вот как раз я вот в эти игры все играл, выходит «Дары смерти. Часть вторая». И мы с подружкой с моей решили сходить в кино. Я думаю, что как, на какое кино сходить? А потом что-то меня осенило, а «Дары же смерти» идут. И мы с ней, два дурачка, 13-летний я, поперлись, поехали в кино на этот фильм. Приходим, покупаем билеты. Нам говорят, в 3D есть. Мы говорим, о, давайте в 3D. Но там какие-то очки выдавали. Раньше же ты покупал очки. Это сейчас их выдают. А раньше нужно было купить эти очки. И мы такие, а сколько с очками? Они 100 рублей еще стоят. Мы по карманам пошкребали, там посмотрели. Короче, у нас не хватало 10 рублей на 3D. Мы решили купить обычный. Но зато остались при деньгах. То есть у нас еще осталось куча денег. Вот. И мы с ней пожрали, все, сходили в кино, потом палочками пулялись, все, играли так на эмоциях, все там замечательно. И потом, значит, это, я так стал патероманом. В 2011 году, летом, я стал заядлым патероманом. Пойдя в 7 класс, Катя, вот ее нет, значит, пойдя в 7 класс, это было 2011, 10 лет назад, значит, я помню, каждое утро, собираясь в школу, я смотрел какие-то видосики с Гарри Поттером со съемок, ревел там, приходил в школу, ревел, что, боже, какие прекрасные съемки, как здорово, у меня же все повернуто на творческой жизни, там съемки и так далее, вот. И, в общем, потом наступает декабрь, бежит ко мне Катя просто, Миша, блядь, Миша, там в Роспечати в киоске продаются волшебная палочка. Ну что ты тогда, это была такая редкость, волшебная палочка в 2011 году. Это же что? Это потом только появились всякие магазинчики Sweetcat Shop там и всякие там и так далее. Ну, именно у нас. В интернете это можно было заказать, но мы-то маленькие, чем более мы понимали. Я говорю, где все, у меня деньги есть, бежим быстрее покупать. Мы бежим. Я такой смотрю, Кать, это же журнал «Шахматы Гарри Поттера», это же не волшебная палочка. Я покупаю этот журнал, это вторая партия журналов по Гарри Поттеру, не та первая самая, а именно вторая. Мне было тогда так похуй, первая это или вторая, главное, что от Гарри Поттера. Я же как тогда только стал фанатом, и спустя полгода выпускают «Шахматы Гарри Поттера». Я собираю полную коллекцию шахмат. Да, все, у меня они все есть. Но недавно я для себя решил поставить цель, как я уже ранее сказал. Я собираю старые какие-то журналы, там, книги. Я решил собрать старые шахматы, но только журналы, потому что мне в них очень нравятся иллюстрации. Новые журналы, какие-то более скучные, какие-то более на белом фоне, там, какие-то кадры. А в старых журналах там целый кадр на развороте. И именно я заметил, что в первом выпуске этих шахмат были части только с первой по Кубок огня по четвертую, а уже в новой, во второй партии журналов этих, там много кадров из «Даров смерти», а все-таки мне, как заядлому патероману, нравятся больше самые первые вот эти сказочные серии, это «Философский», «Тайный», «Узник» и «Кубок». Я прям от них писаю кипяточком. Вот, поэтому вот так я и стал. И все. И я уже 10 лет, ребята, летом было 10 лет, как я прям заядлый патероман. В общей сложности, наверное, лет 13, но сейчас 10 лет. И это для меня просто подарок, наверное, вот сходить на этот фестиваль, на который я не, ну, на фестиваль попаду, на Meet & Greet не попаду. Но для меня было бы это еще не только подарком на Новый год, но и в честь десятилетия, юбилея такого, десятилетнего юбилея, что я патероман. Ну, к сожалению, все накрылось медным тазом. Я, как всегда, удачник по жизни. Юху. Вот. Так что вот. А потом я стал книги собирать. Буквально в этот же год я стал собирать книги. Я их год собирал, но не читал. Начал читать только спустя год. Слушай, у меня уже все глаза просто уже от этой лампы. Все. Так что так, мои хорошие. Все уже спать, наверное, хотят. Я уже просто вырубаюсь.
Так что-то вкусненького хочется. Я купил себе йогурт. Пожару йогурта. Вот так вот. Но это было супер. Спустя год я стал вести такую тетрадь толстую, в которую вклеивал просто бесщадно вклеивал все эти вырезушки, наклейки из журналов, там статьи всякие, картинки, плакатики, много всяких картонок из вот от фигурок от шахматных. Все это вот у меня уже этой тетрадке будет 10 лет. Она еще не закончилась. И еще не закончится. Ну, не скоро закончится. Но это так здорово. Она уже просто вся заполнена, там вся заклеена. Не расстраивайся, еще вся жизнь впереди. Да, вот я надеюсь на это, что вся жизнь впереди, что я уеду отсюда. И буду работать с хорошими людьми. Мечты сбываются. Если получится, я достану автограф от Гарри. У моей подруги сын учится в Англии. Бывает в этом замке, где снимался фильм «Позитива». О, какая прелесть, слушайте. Это вообще было бы, наверное, моим подарком. Блять, как... А можно я тоже... А можете как-то связаться? Может, мне тоже в Англии, ну, поучиться? Слушайте, я был бы только за. Переехать поближе вот к Европе. Это было бы, конечно... Что для этого надо сделать? Вот скажите, что сын вашей подруги сделал, чтобы уехать в Англию учиться? Вот что он сделал? Что он такого волшебного сделал, чтобы уехать? Я знаю, сейчас Люда мне скажет: Миша, не уезжай, ты нам здесь нужен. Ну, кто сказал, что я уеду навсегда? Ну, как можно забыть свою малую родину? Может, лет через 40 Фелтон будет брать автограф у тебя? Нет, я, конечно, не исключаю того факта, что я должен быть каким-то, да, человеком. Не сказать, что на высоте, но... Ну, надо себе, это правда, ребят, надо говорить себе, что мы лучше, чем мы есть, завышенная самооценка слегка, потому что это помогает немножечко, но не в отношениях между людьми, то есть тут уже нужно как-то более просто, я не знаю, быть обычными людьми, да, ничего. А вот что касаемо профессии, что касаемо каких-то своих целей, надо быть выше, надо говорить себе: я охуенный. Хотя мне это, кстати, ничего не помогает. Я все равно самобичеванием занимаюсь, все равно начинаю себя это. А у него папа англичанин, мама из Казахстана. Ух ты, ну тут, конечно, раз папа англичанин. Почему у меня папа не англичанин? Почему у меня папа даже мне не помогает? Почему он мне не дал бы на meet and greet? Почему? Да, так и скажу. Да я знаю, Люда. Нет, на самом деле, конечно, я даже спрашивать никого не буду. Если будет такая возможность, я уеду. Но, да, а кто? Мои родные, ну кто сказал, что мы... Мы сейчас с вами даже общаемся на расстоянии. Какая разница, где я буду? Какая разница? Это же все равно абсолютно. Главное, чтобы общались. Вот. Слушайте, вы меня так сейчас по это немножко промотивировали. Видите, что Фелтон будет у меня брать авто. Я сразу такая, это, может быть, действительно мне прорываться дальше. Вот у меня вот это просыпается, начинает там, или вот, да, девушка про мальчика который в английской школе там учится, ну, в Англии, где-то учится, не в школе, а просто в Англии. Это так все здорово. Вообще, промотивировали меня. Ой, как даже настроение поднимается, что жизнь, вот правильные слова, что жизнь, она действительно еще длинная, и что мало ли что может произойти, в хорошем смысле, да. Здорово. Как-то вот у меня биполярка какая-то, как будто бы. 5 минут назад я тут стонал, а сейчас вот о Гарри Поттере стал говорить, и прям как-то настроение поднялось. Но все равно грустно, что с Фелтоном не в обнимку как-то, да, не близко сфотографируешься, а на расстоянии. Ну. Просто на meet and greet, я думаю, что все-таки, наверное, был бы шанс
был бы шанс все-таки сделать с ним селфи поближе и пообщаться. Группа ВКонтакте для жигалят готова. Такой сериал. А, да вы что, вы создали эту группу? А что за группа? А что, я не знаю, что это за группа? Ну-ка, скиньте мне. А... Нет, а вы можете мне в личных сообщениях скинуть? Я покидаю материалы, если надо. Главное раскручивать. Главное раскручивать. Спасибо, что занялись этим. Вообще забавный случай, на самом деле. Мы так с вами случайно встретились в Москве, да, на Авито списались, и вы так как-то прям зацепились. Ну, вы мне, если что, это там шепчите, если где что, какие-то съемки, куда-то ходить. Я потому что не совсем в курсе, вы тем более из Москвы. А вы, кстати, расскажите, вы-то вот в Москве работаете, учитесь или что? Все, пришла. Там что вы делаете? Где, чем занимаетесь вот в жизни? Сейчас я зайду, посмотрю. Михаил Жигалев. Господи. Ой, смотрите-ка, и правда, вы прям это... Вы прям все списали с этого. Здорово. Здорово. Ну, слушайте, я буду, значит, теперь вам кидать какой-то материал, чтобы эта группа была, ну, как-то в активности. Пускай на ней никого не будет, ничего там страшного нет. Ну, как бы... Но все равно прикольно, что вы этим занялись. Здорово, потому что мне как-то, я не особо вот это все. Я Инстаграм-то, блядь, свой веду с грехом пополам. На аватарку, слушайте, а поставьте мою фотку последнюю вот в Инстаграме, которую я выложила. Уж больно она зашла. Приветик, приветик. Все так что-то поздно заходят, уже мы отключаться собираемся. Последнюю фотку, так она зашла, там все такие, ой, красивый, красивый. Я знаю, что она там не особо может быть презентабельная, я там как гопник выгляжу на остановке, на ободранной. Но тем не менее, знаете, ведь главное, как она получилась, фотка эта, как я на ней выгляжу, а не как стены ободранные на остановке. Просто чем хорошо иметь группу, смотрите, объясню. В частности, объясню для Людочки нашей. Смотрите, в группе в этой, ВКонтакте, я свои аудиозаписи закрыл, я их не выставляю на всеобщее обозрение, потому что там моих песен нет. А в группе, например, я скину на почту, вот, например, да, Алине, она займется... вот тут что-то я аудио... А, вижу аудио. Ага, все, 11 аудиозаписей. Я, например, скину Алине, буду скидывать какие-то свои новые треки. Ведь с Инстаграма их не скачаешь, только если скачать каким-то чудесным образом через компьютер видео и сделать из MP4 MP3 формат. И вот это лишний геморрой. А она сразу же кинет в мою группу эти, ну, не фотографии, а именно эти песни, и они будут храниться там, и их легче скачать, их легче послушать, и все здорово. Вот, поэтому я даже, может, какие-то буду фотки ей присылать или опубликовывать сам, если группа будет для меня доступна. Какие-то фотки более, там, я не знаю... Не те, которые хочется выставлять, да, а именно вот какие-то из жизни. Это вообще на самом деле прикольно, потому что это сейчас, например, группа не так развита. Все-таки моя творческая жизнь только начинается, а тут, глядишь, там потом уже впоследствии уже готовая группа есть, и это здорово. То же самое с каналом на Ютубе. Кто-то мне из подписчиков давно-давно писал, говорили: «Миша, дай нам пароль, мы будем заниматься этим каналом на Ютубе, чтобы выкладывать твои какие-то выступления и так далее». Потому что я этим не занимаюсь. Я не хочу этим заниматься особо, потому что мне не то что лень, я в этом не разбираюсь, не понимаю. И у меня интернет такой тупой, он у меня лимитный. И, в общем, короче, я так... плюнул на все на это. Я ненавижу обрабатывать ролики, я ненавижу обрабатывать все вот это. Я просто ненавижу, потому что я в этом не понимаю. У меня ведь ничего не получается никогда, у меня какая-то хуйня все время. Можно на стене оповещать, что в эфиры выходишь, чтобы в ленте все видели. Кстати, хорошая идея еще вот эфиры сохранять.
И можно, например, туда эти эфиры скидывать, потому что на страницу я себе не хочу этот шлак сохранять, потому что мне не нравится. А как бы там будет эта публичная страница, на которой будут все мои все-все-все материалы. Вот я не знаю, как вот сохранить, перекинуть. Мне Люда постоянно просит: «Миша, сохраняй эфиры». Я не знаю, как их сохранить. То есть я знаю, как его сохранить, но он будет у меня на стене. Я не хочу, чтобы эфир был у меня на стене. Но я хочу его, как бы, чтобы он был сохраненный, как-то скачанный, может быть. Не знаю. Так что, Люда, надо поблагодарить вот Алину за то, что она создала группу эту, и вам всем легче будет там услышать что-то новое, увидеть какие-то мои фотки там из жизни и так далее. То, что я, например, не... Вы понимаете вот такую вещь, что в ВКонтакт и в Инстаграм попадает такой концентрат, сливки, то есть такое отсеянное из множества моего багажа фотографий, видео, песен, выступлений, что вот в Инстаграм и в ВКонтакт попадает вот на мою личную страницу очень малое количество моей жизни, вы правы, из-за этого грустно на самом деле, потому что те, кто хотят больше за мной следить, получается мало. Но вот в такие группы, в публичные, можно кидать много разного материала. И тогда люди, которые хотят там обо мне много, что-то узнать, там кому-то, может, что-то интересно, они будут это знать, потому что там будет поживее это все, нежели чем... Я буду знать, например, что вот Алина у меня этим занимается, я там ей могу, например... Если ей это, конечно, не надоест, хотя в конце концов все равно рано или поздно все кончается, и Алине это надоест, она скажет: нахер мне это все надо. Я это понимаю все, как бы, да... Ничего страшного, думаю, да. Может, я позанимаюсь или Катюха там, если что, допустим, на всякий случай. Но, опять-таки, я не говорил ни за кого ничего, но вдруг всякое бывает. Поначалу, потому что энтузиазма у всех всегда много, а потом уже это все угасает, это нормально. Вот. Но, я еще раз повторяю, что ВКонтакте, вот на публичной странице, лучше действительно выкладывать все обо мне, о моей жизни и так далее. Потому что, еще раз повторю, ВКонтакт и в Инстаграм, и в Одноклассники, и в Фейсбук попадает такой концентрат, то есть такая вот мизерная часть из моей жизни, что многим от этого даже немножко грустно, кто, например, хочет обо мне больше знать. Так, можно на стене повешать, что в эфиры выходишь, чтобы в ленте все видели. Это тоже правда. Но это уж когда совсем будет подписчиков много. У меня их не особо много, потому что я не особо занимаюсь. Но с следующего года я... Не то, что со следующего года. Сейчас я вот аппаратурку свою осваиваю, уже почти освоил. И я думаю, что вскоре я буду очень часто выпускать какие-нибудь песни, выходить в эфир, петь. И в эфир, кстати, можно выходить не в Инстаграме, а именно от лица вот этой вот страницы. Группы. Все в одном месте хотя бы будет. А то страница ВК, Ютуб, Инста, везде бегать неприкольно. Это правда. Потому что не знаешь, куда уже двинуться. Тогда моя мысль, что я думаю об этом. Да. А то мне поздно оповещение пришло в эфире, и я все пропустила. Я не знаю, обычно оповещение приходит, может быть, действительно поздно или как-то. Не знаю, но... Я уж никого не предупреждаю, я вот в сторис сказала, что узнаю у техподдержки. Хорошо, а как группа называется в ВК? Ты просто Михаил Жигалёв, наверное. Для меня это третье лицо. Что такое третье лицо? Группа Михаил Жигалёв, возможно, в поиске еще не появилась. По ID попробуйте найти. Можно через мою страницу ВКонтакте, я только что сейчас на нее подписался, и можно посмотреть в моих сообществах, если так возможно, и через эту группу найти и потихонечку туда все выкладывать. Вот, хорошая идея, потому что я давно уже об этом думал, но фиг знает. Вот. Так, мои хорошие, ну что, кто у нас остался? Максик до сих пор смотрит. Лена... Люда, Алина, Юля, Маша, Марина, Амика. Самые-самые сильные остались. Макс хотел спать, почему-то не идет. А, вы ее в закрытую сделали? Ну, не знаю, все-таки я, кстати, у меня постоянно возникает мысль поменять свой Инстаграм с открытой на закрытый. Но я думаю, что я все-таки публичный человек, все-таки я выступал и на телевидении, поэтому
как, смысл какой делать закрытый. Поэтому я думаю, что нужно сделать открытую группу, чтобы все видели. Но я сейчас ее у нее зашел, и, в принципе, она у меня была открыта. Так забавно, спасибо. А, вы имеете в виду это? Нет, у меня вот по Гарри Поттеру, у меня, кстати, есть страница в Гарри Поттере, в которой 10 тысяч друзей, это лимит, и там еще 1500 подписчиков, ну, тут все. И там в ней, поскольку уже подписчиков много там было, я создал группу. Я создал такую группу, в которой пишут только вот именно те, кто доверенные лица, то есть администратор, еще люди, которые администратор может поставить. То есть не надо все, чтобы писали. Я не хочу, чтобы все писали, но вы можете сделать так, чтобы писали, например, только самые-самые люди, например, вот Люда или кто-то еще, я там, Катя, возможно, вы, да. То есть самые-самые такие приближенные, которые за мной следят, которые могут там что-то выложить, чем-то поделиться, и не надо, чтобы все писали, потому что если начнут писать все, про меня там такие гадости будут писать. Я же такая противоречивая личность. Если вы хотите, конечно, мне все равно, на самом деле, пускай что хочет, что хотят, то и пишут, но это, в принципе, да. Конечно, надо открыть. Ну, не знаю. Не знаю, я вот в Гарри Поттере выкладываю один, вот я там в Гарри Поттере администратор, Катя там, ну, тоже есть в администраторах, и я моя настоящая страница. И вот мы, вот три аккаунта, которые могут выкладывать какие-то посты, нужные посты, а если открытое, то, в принципе, да тоже можно на самом деле, в открытое придется запрос мне кидать, если захотят что-то написать. Да, я думаю, что вот Алина, если, например, вам будут запросы кидать, и вы будете видеть, что человек, ну, действительно, свой, тогда все норм. Если какая-то шваль, тогда просто нахуй посылаем. Переведу в открытую. Не, так она открыта, но ее не видно на странице того, кто в ней состоит. Ну, окей. А, видите, я вот в этих нюансах не особо разбираюсь, поэтому вот так. Давай я еще, если что, инфы какую-нибудь накидаю там, может быть, фоток и так далее. Ой, какая молодец. И видео-то с Ютуба накидала всякое говно. Ну ладно, нормально. Все, нашла, главное, отрыла все. Молодец. Видишь, заинтересованное лицо. Это хорошо. Потому что вот мне все вот это вот впадло так все это искать говно. Вот с Инстаграма, все мои песни тоже, которые я кидал в Инстаграме. Но их придется, наверное, скачивать и перезагружать в ВКонтакт. Не-не-не, все останется пускай. Вот пускай вся эта шлачина, пускай будет в этой группе. Прикольно, я даже не ожидала. Думаю, ты пошутила. 5 фоток. Слушай, если не сложно, фотки с Инстаграма сможешь перекочевать, чтобы они все перешли на эту страницу, эти фотки. Сможешь сделать, вот чтобы с Инстаграма все фото, все видео, ну, где я, конечно, они перекочевали сюда, ну, за исключением тех, которые уже есть. Вот. И видео. Чем больше, тем лучше. Надо и фото, и видео, и песни побольше, и побольше всего. Да, да, абсолютно вы правы. Я тоже за. Я вам говорю, я бы сам этим занимался, но я что-то как-то вот в это все. Я лучше, знаете, вот я по жизни такой вот, знаете, я могу, например, спеть песню. Я могу, например, что-то еще сделать. Да. Но мне нужен человек, который будет как бы меня... Вот я сделаю, например, какой-то продукт и отдам его. И уже пускай что хотят с этим продуктом, то и делают. Вот с инсты не умею, вроде нельзя скачать их, поспрашиваю. Но, по-моему, нельзя скачать из инсты. Фотки. Фотки можно же сохранить.
В конце концов, можно скрины сделать, видео. Давай так, либо я тебе покидаю, я смогу сейчас с интернета, с компьютера. У меня, я могу их скачать, и ты их просто добавишь. Те, которых нет. Я сейчас сразу же посмотрю, которых нет. Скачаю, у меня, слава богу, не так много фотографий. Вот, именно в инсте. Из инсты вроде нельзя, но если скрины сделать и обрезать. Да, хотел сейчас предложить по поводу скринов и обрезать, но это лишняя работа. Я просто предлагаю так. Я сейчас с интернета, ой, с компьютера, короче, зайду в Инстаграм, скачаю те фотки, я зайду, фоток немного, всего лишь тут 5 штук, посмотрю тех, которых нет. И просто тебе их перекину, и ты их загрузишь. То же самое с видео могу сделать, с песнями, которые у меня там есть. И перекину. Вот. Но знаешь что? Это, конечно, все хорошо, замечательно, но мне бы хотелось, чтобы хотя бы какая-то новость там появилась. Ну, типа, может быть, кинуть в новость песню, потому что я хочу, чтобы в ленте был вот этот концентрат, то есть главных каких-то моментов, мои песни там, в новости именно, чтобы на стене они были, не в аудиозаписях, не в видеозаписях, а именно на стене. Вон, даже ссылки какие-то туда прикрепил, я вот вообще даже в этом ничего не понимаю. Вот. Потому что на стене должно быть все самое вкусное и лучшее, чтобы люди, заходя на стену, не лазили вот в фотки, а именно видели вот эту вкусность всю на стене. Хотя бы вот не для меня песню последнюю, которую я выкладывал, ее можно выложить туда. Вот. А так, в принципе, я за. Спасибо, что у меня есть такие люди, которые смогли это сделать. То, что я давно это хочу, но я, мне это лень и так далее. И подумайте, чтобы комменты писали. Ну, смотрите сами. Комменты, конечно, хорошо, но и всякие будут писать. Надо будет к этому готовым быть, что меня обсирать могут, что угодно. Мне это все равно. Для меня это как бы, ну, норм. Что-то хотел спросить еще. Ну, вроде да, как бы. Все нормально. Вот с этими... А, вот, по поводу эфиров. Что делать? Вот как сделать так, чтобы эфир сохранен был? Я могу его сейчас сохранить, но он сразу выложится автоматически мне на эту... на страницу. Я, конечно, могу его оставить на странице. Какое-то время скачать и перебросить в ВКонтакт, как видео. Мы их тоже обосрали. Точно, ну да. Да. Меня много засирали. Люда за меня там отстаивала. Она писала со всех аккаунтов. Там всем закрывала рты. Так что я думаю, да, тоже обосрём. Пошли все нахуй. Ну, открывай тогда, господи. Ой, слушайте, молодцы. Вы молодцы у меня на самом деле. Вот видите, год прошел, а мы как-то с вами... Все на волне на это. Можно блокировать негодяев. Негодяи. Вот. Всю шлачину. Вот надо вот в эту вот группу весь вот в это, весь перегной кидать. Потому что правда, ну, на самом деле. Скинь, пожалуйста, группу, не могу. Сейчас я, Лен, скину. Я вот как раз на ней. Сейчас я скопирую, скину тебе. Ну, она только чего там, группа, просто тупо группа. Ничего она из себя пока не представляет. То есть в плане какой-то краски и так далее. Можно какую-то, например, поставить главное фото, что-то связанное с голосом. Правда, у меня нет таких фото, на котором бы, вот знаешь, был я и какой-то как логотип голоса. Спасибо. Да не за что, Лен, не за что. Вот. Сразу как мне подняли настроение, сразу так повеселел. Просто не всегда, например, я снимаю какие-то... И, кстати, вот вы, наверное, заметили, может быть, кто-то заметил, я очень мало делаю селфи. В жизни я
много могу делать селфи, например, где я там гуляю или нахожусь там, да, много селфи какие-то делать. И заметили, на моей ленте очень мало селфи, потому что как-то, ну, не знаю, я думаю, может, мало лайков будет набирать или там не понравится людям. А вот в эту группу и селфи, и все что угодно может быть. Оставь на стене автограф, как первую запись. Что за автограф? Что, в смысле? В смысле, просто как? Просто что? Что такое автограф в твоем понимании? Что мне надо сделать? Что мне написать? Только я вас прошу, давайте это не будем превращать как в культ личности, вот это само, я не знаю, божества какого-то, я этого просто терпеть не могу. Я сам поражаюсь людям, которые, например, просто обожают. А, граффити, ты имеешь в виду нарисовать граффити? Я там член нарисую на граффити, нормально будет? Вот, просто это... Не люблю, когда там вот превозносят кого-то, вообще не особо. Просто так, просто чтобы следить за мной, чтобы были люди. А как вот привлечь публику? Может быть, накручивать, я не знаю. Вообще в ВКонтакте можно накручивать подписчиков? Ну, чтобы ради количества, так уж. Чтобы хотя бы был какой-то первый дан старт. Что ты еще хочешь? Да ну зачем? Ну, не знаю. Ладно, сейчас подумаем. Хорошую пищу для ума дали. У меня завтра весь день дома сижу, только на почту схожу. Слушайте, я даже не знаю, просто можно сторисы, например, объединять в одно видео как-то за целый день. И это тоже выкладывать за каждый день. Это такой геморрой на самом деле, правда? Сарафанное радио для начала. Вот такой геморрой, вот, например, сторисы мои записывать, допустим, да. Ну ладно, посмотрим. Может, я сам этим займусь. Не хочу просто вас нагружать, не хочу быть этим, знаете, нахлебником, чтобы за меня все делали, чтобы хоть тоже как-то помогать и выставлять что-то. Просто если мы собираемся из этой группы сделать все, вот как бы общее, тогда в нее нужно и все вкладывать. То есть все, что из Инстаграма, то есть все сторисы на память. Потому что сторисы стираются за 12 часов, за 24, и все. А можно, например, как-то делать запись с экрана, и сторисы эти идут, потом закрыть запись с экрана и перекинуть туда. Но это тут тоже заморочка. Ну, подумаем, что к чему. Ладно, короче, окей, все, договорились. Я тоже подумаю. Я теперь тоже вклад внесу в развитие своей группы. Одна голова хорошо, а несколько еще лучше. Так что надо всем накидывать идеи. Это правда. Это правда. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что каждый из вас, кто проявил здесь какую-то активность, вы мне прям очень порадовали, мы с вами как-то продвинем ее. Ну, даже не обязательно продвигать. Для меня всегда, если честно, все вот эти группы, все эти инстаграмы, да, движ пошел, я говорю, я уже спать переходила, уже все, я уже сижу тут, ага-га. Для меня в первую очередь это мой дневник, это моя книга, в которую я потом через там какой-то, даже через год, через два зайду и увижу там фото там десятилетней давности или там, ну, однолетней давности, двухлетней. Это будет так приятно, что есть вот это вот одно место, где куча воспоминаний. И все равно, сколько там будет подписчиков. Мне вот абсолютно все равно, сколько у меня в Инстаграме подписчиков. Мне абсолютно все равно, сколько мне там лайков ставят. Но мне хочется всегда снимать, в первую очередь, для себя, чтобы это было на память, чтобы там зайти спустя там 2-3 года и увидеть, какие мои какие-то прогрессы, регрессы, мои какие-то успехи, неуспехи, простую жизнь. Вот это вот все. Хочется мне. И правда, я вам говорю, что многих фоток я, например, в Инстаграм не выкладываю по простой причине, что, ну, в Инстаграм должно быть все вкусное, такое все красивое, а
Многие, конечно, могут со мной не согласиться, сказать, что, например, да все равно, ну как все равно? Все равно Инстаграм — это твоя страничка именно рабочая, именно для собраний публики вообще всякой. То есть не только твоих, а в группе будут только твои самые-самые. Вот. Поэтому давайте как-то тогда сделаем это. Меня эта идея очень радует. И я буду только за. Я буду только за. Ладно, мои хорошие, все, хватит. Мы с вами наговорились, напиздели, обсудили все, что могли, и все, что не нужно. Давайте, всем спокойной ночи, хорошего завтра рабочего дня. Постараюсь не теряться завтра сторисы, тоже записывать свои дебилистические. Вот, потому что я, знаете, у меня такая привычка, если я дома сижу и ничего особого интересного не происходит, я сторисы тоже не снимаю. Но опять-таки, я буду все равно стараться, и это здорово. Ладно, все, блядь, час ночи уже. Ну что мы с вами? Уже глаза слипаются, жопа слипалась уже давно. Поэтому сейчас постараюсь сохранить этот эфир и попробую как-то, может, перекинуть. Все, давайте, мои хорошие. Всем пока.